Компания нежити, ого! Чё, let's go. Возрождение культа проклятых. Сложность высокая. Возрождение культа проклятых. Магическая чума, насланная королем Личом, распространилась по всему Лордерону. Остатки армии Альянса, дерморализованные убийством короля Тереноса, не смогли противостоять ордам нежити. От некогда великого Лордерона остались лишь тень былой славы, а принца Артаса уже давно никто не видел. Лордерон. Андерсити теперь это. Теперь это Андерсити. Глазам своим не верю. Малганус! Не знаю, как тебе удалось спасти снова... Успокойтесь, принц Ардес. Меня зовут Тикондрус. Я повелитель ужаса, как и Малганус, но я не враг вам. Напротив, я пришел вас поздравить. Поздравить? Ты прекрасно справился с испытанием. Убил отца, отдал эти земли во власть тьмы. Короля мертвых радует твой энтузиазм. Да, все, чем я дорожил в своей жизни, я принес в жертву ему. И ничуть не жалею об этом. В моем сердце нет места для стыда и раскаяния. Рунный клинок, покоящийся в твоих ножнах, был выкован королем мертвых. И знаешь зачем? Чтобы поглощать души смертных. Твоя душа стала первой. Ну что ж, души мне не жаль. Я проживу и без нее. И что же от меня нужно королю? Тебе предстоит возродить культ проклятых. Среди черни скрывается множество последователей этого культа. Собери их, и я расскажу тебе, что делать дальше. Ну на цешку Койл, да, Алекс Смерти? Говори, глупец. Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. Спасите 23 послушника. Вурдалак — это базовые воины, понятно. Во славу плети. Полегче. Вот так-то лучше. Мне интересно, есть ли тут какие-то... Наконец-то. Есть ли тут какие-то артефакты? Во славу плети. Здорово, послушник. Я заставлю тебя страдать. Приветствую вас, повелитель. Кел'Тузет предупредил нас о вашем появлении. Кел'Тузет? Как он узнал? Будьте осторожны. Если горожане увидят ваших слуг, они позовут стражу, и тогда нам не избежать боя. Вся моя жизнь в служении. Ну ничего страшного, блять, ну бой так бой, чё. Какая... Ну что еще? Полегче. Какая жалость, чё. Никто не смеет мне приказывать. Принц Артес, будь ты проклят, изменник. Отомстим за короля. За что? Чего? Говори, за что так грубо-то? Чё сделал-то? Чё он сделал-то? Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Чего? Полегче. За короля мертвых. Мертвецы, поднялись из могил. Блять, озвучка. Полегче. Вот так-то лучше. Стража! Во славу плети. Говори, глупец. Пощады, обреченный голос такой, конечно. Никто не смеет мне приказывать. Загляните на кладбище. Те, кто похоронен там, будут служить вам верой и правдой. Ну что еще? Что ты хочешь? Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Ой-ой-ой-ой. По-моему, мне пиздарики, да, чат? Мне пиздарики. Мне пиздарики, чат. Мне пиздарики, это я зря. Что ты хочешь? Это я зря сделал. Ну что еще? Они от меня не отстанут теперь, наверное, да? Так-то лучше. Вот это, блин, проблема. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Она одного выцепили, дурачка, блин. Все. Одного дурачка выцепили, хорошо. Станет явным. Ну что еще? Чего? Загнали его в ловушку. Никто не смеет мне приказывать. Что ты хочешь увидеть? Посмотрим. Говори, глупец. А где тут кладбище? Наконец-то. С информацией. Я легче. Иду. Фростморн я буду своими глазами. Во славу плети. Я посмотрю. Никто не смеет мне приказывать. Вот так. Вам никто не поможет. Во славу плети. Ты увидишь все. Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Спасено послушника. Склоняюсь. Так-то лучше. Наконец-то. Хорошо. Фростморн. Во славу плети.
Вот бля, какой-то думаешь? Мальчик в лесу, наконец-то. Блин, убежал, но его трогать не будет. Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Фростморн. Можем ли мы убивать крови. Этих? Вообще не можем, что? Потому что армии нет. Никто не смеет мне приказывать. Пока они собилку потыкаем, когда они пройдут, пробежим наверх. А где тут кладбище? Говори, где там воинов должны дать? Ну что еще? Полегче. Все. Вот так-то хорошо. Лучше. Вот так-то лучше. Я буду ну что еще? Глазами. Говори, глупец. Ой. Наконец-то. Дабл таверка. Никто не смеет. Блять, дабл таверка плюс конница, блять. Принадлежит мне. Че так трудно-то? Полегче. Ты узнаешь, что такое боль. Говори, глупец. Ладно, одну гулю, одно чудовище надо хотя бы убить. Пиздец, я зря это делаю, короче. Я зря это делаю, блять. Где кладбище? Наконец-то! Фростморн жаждет крови. Я ошибаюсь. Вот так-то лучше. Да иду. По-любому ошибка. Ты увидишь все. Ну что еще? Иди здесь кладбище. Я буду твоими глазами. Я посмотрю. Тут прохода никуда что нет. Что ты хочешь увидеть? Тайное станет явным. Открытый послужный. Посмотрим. Полегче. Ты увидишь все. Тайное станет явным. И где чат? Я буду твоими глазами. Я посмотрю. Я иду. Ебать. Ебать. Я иду. Загляните на кладбище. Where is кладбище? Как ты быть? Увидишь все. Я посмотрю. Никто не смеет мне приказывать. Реально что-то не понимаю, слышите? Говори, глупец. Во славу плети. Что ты хочешь увидеть? Ну что еще? Полегче. А что дальше? Как мне, блядь? Ну что еще? Ну, где мне воинов-то говори, получить? Глупец. У меня воинов нет для сражений. Ноль воинов. Приказывать. Я буду твоими глазами. Просто ноль воинов. Вот так-то лучше. Пощады, милорд. Фростморн жаждет крови. За Нерзу. Говори, глупец. За короля мертвых. Ты увидишь все. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Просто ноль воинов, типа, что мне одним героем, что ли, играть тут? Или что? Даже не пройти. Наконец-то. Говори, глупец. Что ты хочешь увидеть? Ну что еще? Что ты? Выглядит реалистично, ты? Реально пройти можно, блять. Я буду говори, твоими глазами. Глупец, полегче. Во славу, блять. Ты увидишь все. Вот так-то лучше. Можно я реально пройти, а что я не догадался сразу. А я сюда сразу пошел, типа, крови. Но я что-то не увидел проходки. Во славу, блять. Фростморн жаждет крови. Местные жители, блин. Наконец-то. Повелитель. Пока карта, блядь. Моя жизнь. Пока карта, пока карта. Мертвецы поднялись из могил! Фростморн жаждет крови. И не надейся на быструю смерть. Ты увидишь все. Тут слишком много местных жителей, не успею убить их всех. Никто не смеет мне приказывать. Склоняюсь, вот что ты хочешь убить? Говори, глупец. Я буду твоими глазами. Ну, до кладбища дойти, там резнуть мобов, потом сюда прийти, всех перебить. А вот кладбище, походу, на айс. Никто не смеет мне приказывать. Качественно. Нам повезло. Здесь есть несколько свежих могил. Именем короля мертвых восстань! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Никто не смеет. Вот это армия, блин. Ну что еще? Вот это армия, блин. Я буду наконец. Вот это я понимаю, армада. Каких-то пара странных скелетов, конечно. Говори, глупец. Вот так-то лучше. Чего? Да иду. Фокус Артаса наконец-то пошел. Я буду твоими глазами. Полегче. Во славу плети. Повелитель. Говори, глупец. Вся моя жизнь служение. Да иду. Меня сейчас убьют здесь, кстати, такими темпами. Такими ну темпами меня сейчас тут ёбнут. Наконец-то. Полегче. Никто не смеет мне приказывать.
Говори, глупец. Да иду. Никто не смеет мне приказывать. Чего? Полегче. Хорошо. Говори, глупец. Ну что еще? Да! Ну что еще? Вот так-то лучше. Во славу плети. Хорошо. Легче. Просто не участит крови. Вся моя жизнь в служении. Наконец-то. Тайлер Роберт. Говори, глупец. И они дерутся. Фростморн жаждет крови. Фростморн. Это отсылка куда-то. Вот сейчас, куда отсылка? Лучше. Есть информация? Вас Тайлер Роберт. Наконец-то. Тайлер Роберт. Что это? Бойцовский клуб. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн. На тебя с Филом, блядь, смешно. Вот так-то лучше. Говори, глупец. Да иду. Ну что еще? Пипец, как смешно, чат. Никто не смеет мне приказывать. Смеяться. Ты узнаешь, что такое бой. Твоя душа принадлежит мне. Полегче. Хватит скелетика. Полегче. Маленького. Ну что еще? Говори, глупец. Ну хватит скелетончиков моих трогать уже, малюсенький. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Небо! Ну что еще? Во славу плети. Наконец-то. Говори, глупец. Бля, ну чел просто неистово моих скелетиков трогает. Просто ему... Никто не смеет не отстает от скелетиков. Говори, глупец. Тайлер Дерден и Боб Большие Сиськи из Большого Бойцовского Клуба. Присмотреть будет фильм. Зачем все защищаю? Ну, экспа. Никто не смеет. 212 из 500. Говори, глупец. Ну что еще? Что легче. Во славу плети. Экспириенс, экспириенс. Никто не смеет. Нам нужен экспириенс. Фростморн жаждет крови. Ну что еще? Вот так-то лучше. Уничтожьте полегче. Ворота, чтобы расчистить путь. Тебя страдай, никто не смеет мне приказывать. Вот это подсказка. Посмотрим. Говори, глупец. Наконец-то. Я не жду, я буду твоими глазами. Говори, глупец. Карту не трогать. И эту карту тоже не трогать. Ну что еще? Что ты хочешь увидеть? Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. Ласлава. Будем честны, стража... Разбойники! Спасайся, кто может! Говори, глупец. Бля, вот им ну не повезло, конечно. А. Никто не смеет мне приказывать. Вот им не повезло, и разбойники, и андеды напали одновременно. Ну что еще? Им очень не повезло, будем честным. Никто блин. Не смеет мне приказывать. Блять, хватит скелетиков фокусить полегче. Уже. Они таргетно избирательно скелетиков вот зафокусили. Что это за дела, ради? Вот так-то лучше. Говори, глупец. Просто таргетно запохотили скелетиков. Никто не смеет мне приказывать. Что ты хочешь увидеть? Я иду. Говори, глупец, полегче. Раз что можно даже не чистить. Фростморн жаждет крови. Ну что еще? За короля мертвых. Во славу плети. Наконец-то. Ты увидишь все. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Ой-о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 й. Ладно, попробуем, затащим. Затащим, вот я думаю, лучше. Сейчас. И не надеюсь, я буду твоими глазами. Еще лечебное зелье, на чего? Говори, глупец. Полегче. Во славу плети. Полегче. Скрытые послушники. Чего? Ну что еще? Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Никто не смеет правда, мне слова. Приказывать. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Ну что еще? Ну, вот как так-то? Лучше. Ну,
Ну как так? Наклоняюсь перед вашей волей. Ну вот как так могло произойти, что мою карту убили? Ну вот как так? Ну как так? Ты узнаешь, что такое боль. Кольцо паука. А что оно делает, не написано. На какую-то ауру? А, нет, она ловко ставит одну. Ну так себе. Слабо. Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Угу. Чего? Да, еду. Угу. Я... кушать... мертвых... людей. Моя... страшный. Я хотеть кушать. Я любить свежие мозги. Чего? Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то! Что ты хочешь увидеть? Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. Ну что еще? Наконец-то! Опа! Вот так же лучше. А приветик, послушай! Приветик. Фростморн жаждет 12 штук крови. Уже. Полегче. Ты увидишь все. Говори, глупец. Вот опять поставил сложность меньше нуля, абузер. Чел, у меня сложность самая сложная, которая вообще в этой игре возможна. Ты что, дурак, что ли? Только честно. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Твоя душа принадлежит мне. Ты дуралей вообще, только честно. Ты сгоришь в аду. Ты увидишь все. Ну что, за что, блядь? Полегче. Говори, глупец. Одну лечебку заюзаем. Никто не смеет мне приказывать. Одну лечебку заюзаем, чат. Опа. Не убить, да? Никто а я бессмертный. Не приказывать. Говори, я буду твоими глазами. Ну что еще? Квест душноватый, ну, будем честно. Буду твоими глазами. Армии нету, возможности нету, терпильня полная. Говори, ну ничего. В следующих квестах будет поинтереснее. Там, кстати, за андетов будет реально интересно. Квесты прям реально интересные, сложные. В рефорже сложность около нулевая даже на максимуме. Ванили ты бы еще дефался на миссии третьей с проходами. Ну что еще? Говори. Еще что? Полегче. Еще что? Твоя душа принадлежит мне. Еще вот что? Еще что? Посмотрим. Ну что еще? Может вообще офнуть? Раз так просто. Чел, ты бы, блядь, с обучения еще не вышел бы. Ты бы еще с обучения орочьего пролога бы не вышел, где нужно было построить 5 бугаев. Ты бы их не смог сделать, блядь. Я посмотрю. О чем ты вообще говоришь? Во славу плети. О чем ты вообще рассказываешь? Ну что еще? Иди, это попробуй, хотя 5 бугаев сделай. Посмотрим. Ой-ой-ой. Полегче. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. И не надеюсь на быструю смерть. Во славу плети. Блядь, заебали стражников Агрис. Предал. Ты узнаешь, я буду твоими глазами. Никто не смеет мне приказывать. На, получай, Мортал Койл. Говори, глупец. Меня сейчас убьют. За короля мертвых я заставлю тебя. Ты увидишь все. Ну что еще? Полегче. Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн! Наконец-то! Фростморн жаждет крови. Всех нас предал, блин. Ну что еще? Да, между прочим, он вас спасти хотел. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Вы тупые людишки. Вот так-то лучше. Во славу плети. Наконец-то. Наконец-то. Так, спасибо вот послушников. Сколько надо их, блин? 24 послушника нужно, блин. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Победитель. Вот так-то лучше. Вся моя жизнь и служение. Наконец-то. Ты узнаешь, что такое пор. Бля, детишек трогать не буду. Бля, детишки сейчас нажалуются, блять, охране. Или не нажалуются. Ладно, детишек трогать не будем. Во славу плети.
Никто не смеет. Детишек не трогаем. Говори, глупец. Микрочеликов вот не трогаем. Так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Ну что еще? Ну что еще? Наконец-то! Во славу плети! Никто помогите! Не смеет мне приказывать! Нет! Фростморн жаждет крови! Так, где еще там 15? Говори, здесь еще 4. Говори, окей, 16. Вот так-то лучше. 16, а где-то никто я еще 4 пропустил. Приказывать. Фростморн жаждет крови. Где-то ну еще 4 еще? Пропустил. Вот так-то как лучше. Вот это убить, я не знаю. Наконец-то. Пиздец. Полегче. Фак, у меня армии нету, блин. Что ты хочешь убить? Ну что еще? Может быть, загрим во по одному? Фростморн жаждет крови. Опа, очки. Вот так-то лучше. Выманили. Будь ты проклят, нелюдь. Не приказывать. Выманили его. Полегче. Угу. Говори, глупец. Ты увидишь все. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. Чего? Говори, глупец. Полегче. Ну что еще? Полегче. Бля, этот капитан какой-то сильный, блядь. Приказывать. Убивает. Фростморн! Я буду твоими глазами. Я где-то и тут пропустил, ну по-любому. Что еще? Там говори, еще патрулировали глупец. Эти дурачки. Вот так-то лучше. По-любому там где-то пропустил. Ой! Полегче. Целебное зелье, хорошо. Наконец-то! Во славу плети! Фростморн жаждет крови. Жизнь, служение. Вот так-то лучше. Артефакты можно отсюда самые сильные в игре какие-нибудь? Во славу плети. Ноль артефактов. Вот так-то помогите! Лучше. Помогите! Нежить вернулась! Во славу плети. Хотя зачем я их трогаю? Ну что еще? Никто зачем мне конкретно мне их убивать, если они никакой говори, угрозы глупец. Не имеют? Что ты хочешь да увидеть? Так, осталось 4 штуки. Глупец. Где я пропустил? Фростморн жаждет крови. Коняшка какая-то, вон красненький стоит. Красненький, никто раз. Не смеет мне приказывать. Хорошо, раз, красненький. Вот так, жизнь. Два красненьких. Ну что еще? Полегче. Наконец-то. Два красненьких. Еще никто где-то нужно двух мне найти. Приказывать. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Вот так-то о-о. Лучше. Нормально. Ну что еще? Наконец-то. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Что? Итачи, ты сука заебал своих вот резать. Лучше. Что вчера? Говори, что сегодня? Глупец. Сколько тебе кланов полегче. Надо вырезать, Фростморн чтобы ты успокоился? Крови. Я буду твоими глазами. Знак вопроса. Говори, просто знак глупец. Вопроса в ответ. Слева! Я застрял. Знак вопроса. Блять, смотри, сейчас нажалуются, блин. Фростморн жаждет крови. Я буду твоими глазами. Нажалуются, блин. Привет, а ты в курсе, вот что Артас ну, становится еще? Злым? Только никто если сложность стоит около 0%, вот ты попался, Абузер. Наконец-то. Как ты мог убить собственного отца? Так-то лучше. Наконец-то. Треба! Фростморн жаждет крови. Все, еще одного. Фаст. Красиво. И уходим. Крови. И уходим Тихондрикусу. Наконец-то. Ну что еще? Тихондрикусу уходим. Говори, глупец. Чат, задание выполнено, хорошо. На нас напали. Вот так-то лучше. Никто не смеет мне приказывать. Ну? Говори, что глупец. Что ты хочешь увидеть? В смысле 23? Тайное станет ярче. Блять, это не ла все, ла что ли? Все. Посмотрим. Ну что еще? Что ты хочешь увидеть? Я иду. Где тайное еще? Где еще явным. Один? Никто а, целебное зелье. Я посмотрю. Тайное станет явным. 23 из 24. Где еще-то один? Ну что еще? Где ты еще пропустил? Говори, ну, глупец. Все. Я иду. Полегче, полегче. Говори, глупец. Наконец-то. Ты увидишь все.
Я посмотрю. Возле клеток сверху. Никто не смеет мне приказывать. Вот мне кажется, вы меня обманываете. Я буду твоими глазами. Блять, одного реально пропустил где-то. Ну что еще? Никто что не смеет мне приказывать. Челики, не мешайте глазами. Работать. Полегче. Я тут не просто так. Говори, глупец. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Что ты хочешь увидеть? Говори, глупец. Полегче. Фростмор. Блин, ебать, самый сложный квест пока что из всех, которые выполняли. Блин. Наконец-то. Что так сложно-то? Ну что еще? Говори, глупец. Вот так-то лучше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, красиво, блядь. Хорошо. Жизнь. Здорово, ласковый. Все. Никто не смеет мне приказывать. Самый сложный квест, блядь. Прекрасная работа, рыцарь. Культ проклятых почти возрожден. Лордерон лежит в руинах. Не понимаю, зачем нам теперь эти фанатики? Они еще пригодятся тебе. Для чего? Ты отправишься в Андеррал и найдешь останки их бывшего хозяина, некроманта по имени Келтузет. Так он же и убил его, забавно. Ну как, он его, скорее всего, по-любому не убил, но... воскрешать сейчас пойдем. 25 минут выполняли, самое сложное задание, блин. На следующее утро на окраине Андеррала. Что? Опа. Это? Жмуровозы. С помощью этой машины мы перевезем останки. Жмуровозы. Нашего господина. А не проще будет оживить его сразу, на месте? Прошу меня простить, повелитель, но существо, обладающее силой Келтузеда, можно воскресить лишь вместе со сосредоточением магических сил. В этих землях нет таких мест. Ладно, я понял. В путь! В путь. Полегче! Жмуровоз ну задали, еще? Ну и чё, блядь, полегче. С жмуровозами делать? Говори, глупец! Твоя душа принадлежит мне! Наконец-то! Ну что еще? Конь без садника. Никто не смеет мне приказывать. Никто не смеет мне приказывать. Башня. Защитники мира. Мясные фургоны также являются осадным оружием. Мясные фургончики. Ну что еще? Полегче. Во славу плети. Мясные бим-бим фургончики. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Блять, они дамажат типа своих. Полегче. Не надо лучше делать. Говори, глупец. Так лучше делать не надо. Говори, глупец. Артес, прекрати это безумие, пока еще не поздно. С дороги, брат. Я пришел за парой старых костей и не хочу, чтобы мне мешали. Вот так-то. Поняли, что? Не хочешь, чтобы ему мешали. Сторожевая башня. Полегче. Фростморн жаждет крови. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Вот так-то лучше. За короля мертвых. Фростморн жаждет крови. Блять, карта дошла, достреливай. Вот так-то лучше. Во славу, блять. Но жмуровозов мы не трогайте, блять. Глупец. Наконец-то. Ебаные боты позорные. Никто не смеет. Ну вы посмотрите на движение жмуровоза. Просто смотрите. Он просто бежит в наглую и. Просто бежит в наглую и дамажит жмуриков моих. Ну отстань, блять, от них. Просто отстань от них. Просто отстань от них, чел. Просто отставь. Говори. Оставь их в покое. Вот так-то лучше. Ну, больные боты, больные боты, просто больные. Во славу плети. Ну что еще? Просто больные боты, блин. Говори, глупец. Никто Prefire. Не смеет мне приказывать. Хорошо, блин. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. Вот так будем делать. Кстати, чтоб своих ну не коцать. Ну что еще? Чтоб своих чат не коцать. Говори, глупец. Красиво делаем? Вот так-то лучше. Красиво. Не могу поверить, что когда-то мы называли тебя своим братом.
Нужно было сразу понять, что избалованному принцу не место в рядах Ордена. Ты осквернил имя Серебряной Длани. Альянс сосать. Глупец. Вот так-то лучше. Чё, сразу я, вы сами ебланы? Ну чё, чья так лучше? Я пытался вам помочь. Ну что еще? Дурачки. Да блять, хватит вы жвровозы трогать, блять! И не надейся на... Смотри, еблан, просто смотри, 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 просто еблан, смотри. Никто не смеет мне приказать. Больной, просто больной бот, блять. Просто больной бот. Во славу плети. Говори, какой же больной бот, а? Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Магический круг. Следуй за мной, некромант. Сила, которым ты когда-то служил, вновь призывают тебя. Я говорил тебе, моя смерть ничего не изменит. Что за... Кто это говорит со мной? Это я, Кел'Тузет. Я рад, что не ошибся в тебе, принц Ардес. Ардас. Вас только за смертью посылать, принц. Останки почти разложились. Мы не довезем их до Кел'Таласа. Кел'Таласа? Да. Только сила солнечного источника эльфов может вернуть Кел'Тузета к жизни. И что нам делать? У паладинов хранится особая урна. В ней мы привезем останки некроманта в нужное место. Добудь ее. Как скажешь. Так, пошла застройка невероятная. Чат. Жизнь за Нерзула. Ваша воля исполнится. Чат, пошла застройка просто. АПМ застройки пошла. Еще? Наконец. Еще жмуриков дали. Здание тьмы охватывает порча. Новые здания могут быть построены только на этой земле. Порча. Все, кроме некрополя. Ага. Полегче. Ну что еще? Вот так, да. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. Во славу плети! Наконец-то! Рудник должен быть проклят, прежде чем послушники смогут добывать из него золото. Кто не смеет мне приказывать? Ну блять! Говори, глупец, полегче! Чё за дела-то? Ну, чё за дела-то, блин? Никто так, не мы так не договаривались. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Говори, глупец. Интересно, как эту миссию по Федрану проходит? Вот так, да так и проходит, что ли? Жмуровоза тоже надо взять с собой. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. Я жажду служить. Здание говори, можно глупец. Только на проклятых. Ну что чего еще? Чего желает мой повелитель? Да, повелитель. Склоняюсь. Бля, у андедов самый большой плюс, то, что все здания могут строиться автоматически, они строятся только одним рабочим. Вот это, конечно, пипец. Да, постройка завершена. Нужно больше золота. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. На земле, охваченной порчей, слуги тьмы быстрее восстанавливают свои силы. Хорошо, забайтили паладин. Паладинчика качественно, блядь. Постройка завершена. Проклятый изменник. Ты недостоин имени своего отца. Не знаю, почему Утар поручился за тебя. Ты втоптал в грязь его доброе имя. Блять, что такая духота-то здесь с мобами-то, блять? Факинг мобы. Глупец. Ну что еще? Фростморн, блять, чат, что-то душновато какой-то старт. Так просто слава, не старта. Смотри, душат и душат, блять. Надо до конца сражаться. Уроды, блять. Говори, глупец. Ёбаный альянс позорный, блядь. Блядь, сейчас проиграю просто и все. Сейчас просто проиграю со старта и все. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Блядь! Да блядь! Шмуровозы сраные, блядь! Так-то лучше. Говори, глупец. Ты узнаешь, что такое бой. Ну что еще? Никто не смеет. Ну жмуровозы, блядь! Полегче! Полегче!
Никто не смеет. Короче, я немножечко агрессивно стартанул, так нельзя чего было. Желаю, мой победитель. Да, так нельзя было стартовать. Еще. Пиздец, всех вурдалаков потерял, блять. Ну, красава, ну дурачок, блять. Просто дурак, блять. Ну что, позорно. Кто похоронен на кладбище, будут верно служить вам. Охуенно, я проиграл, походу, реально. Чат проиграл, походу. Во славу плети. Говори, глупец. Ой, блядь, какой жарак, ебать, какой жарак. Я жажду служить. Никто не смеет мне приказывать. Ты узнаешь, что такое бомж. Какой же я бомж. Просто бомжара. Чат, просто бомж. Просто говори, позор орды, глупец. Реально позор орды. Полегче. Жизнь за Нерзу. Никто не просто позор орды, нереально. Ну отстань ты от моих жмуровозов, чел. Ну... Не, ну ёбнутый, ну ёбнутый, на всю голову. Говори, ёбнутый. Глупец, вот так-то лучше, полегче. И убегает никто теперь крыса. Никто не смеет мне приказывать. Крыса позорная альянсовская. Ну что еще? Полегче. Нормально, справились. Говори, справились, глупец. Вроде. Стройка завершена. Но плохо стартанул. Реально, позор никто просто, старт позорный. Нужно больше золота. Говори, глупец. Вурдалаки будут забирать лес. Наконец-то, во славу плети. Никто ну, не позорник, ты куда уходишь-то? Куда, куда? Жмуровозов в фокусе. Если они стреляют в цель, если не стреляют или стреляют на землю, то на них не труд. И да, ЧАЭЛ, ты. Подробные подсказки — это не то, что ты говоришь. Ну что еще? Лечебное зелье выпало. Говори, глупец. Настройка, игра, подробные подсказки. Это говорит повышение ловкости героя на одну единицу. Теперь это написано. Нормально забайтил. Ну что еще? Говори, глупец. Вообще, на самом деле, столько вурдалаков потратил, когда мог этого не тратить. Полегче. Что поделать? Рак так рак. Никто не смеет мне приказывать. Ладно, у нас спидран на самом деле, частично. Наконец-то! Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Полегче, во славу плети. Где прольется моя нельзя. Кровь? Ну что еще? Ну что хорошо, еще? Блять. Никто не смеет мне приказывать. Полегче, говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Что там еще надо строить? Есть смысл что-то еще строить? Бой. Полегче. Я паджеров хочу построить. Может быть, надо было, кстати, ауру взять. Аура интереснее. Блять, еще здесь трое. Откуда еще трое? Ну, они создаются, блять. Ой, господи, блять. Ну что еще? Постройка завершена. Никто не смеет мне приказывать. Постройка завершена. Полегче. Ну что еще? Наконец-то. Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Хорошо. Фростморн жаждет крови. На Т-шку. Башня духов на Т-шку. Чего желает? Постройка завершена. Во славу плети. Ну что еще? Ладно, чат, 2 паладина осталось. Блин, хреново, что на начальных этапах, когда... Исследование завершено. На начальных этапах, когда квесты выполняешь эти все, хреново, что нету вообще этих. Чего? Нету, блин... Говори, глупец. Нету других юнитов каких-то. Прям вообще калит. Говори, немножечко калит. Никто не смеет мне приказывать. Блять, ходишь с одними вурдалаками позорными. Позорные. Чат, всем привет. Здрасте. Многие уже ну, слышали. Умер Хуан Куэбоха. Тот самый испанец Кекур Кека, а также Кекурайт. Предлагаю устроить ему последний марш F испанцы. В смысле, блять? Сколько хейлов Сильвера ты видел? Да нет, ну про это в курсе уже. Только... Никто не смеет мне приказывать. По-моему, чел предлагает... Я не просто не понял, что он предлагает, ладно. Ну что смотри, это? Опять торгет жмурика, блядь! Говори, глупец. Вот так-то лучше. По овце тыкаем. Тыкаем по овце.
Хорошо. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Чего желает мой повелитель? Полегче. Говори, глупец. Хилимся. Кстати, должны быть какие-то приколы лежать. Наконец-то! Ну, вот так-то лучше. Во славу плети! Фростморн жаждет крови. Наконец-то! Полегче! Никто не смеет мне приказывать. Ой-ой-ой, айтем лежит. Говори, хорошо. Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Наконец-то! Это нам может пригодиться. Жизнь за нерв. Ну что еще? Блять, еще атака идет несанкционированная, блять. Ну, позорного альянса. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Постройка завершена. Постройка завершена. А, блять, так как? Я ж дефал его, блядь. Говори, глупец. Ладно, ресурсов много, сделаем еще. Вот так-то лучше. Я заставлю тебя страдать. И не надейся на быструю смерть. Никто не смеет мне приказывать. Чат, ну на самом деле, блядь, менеджмент вурдалаков, блядь. Ну за андедов тяжело играть, потому что менеджеры этих вурдалаков позорных нереально тяжело. Никто не типа они просто настолько, блядь, не боевые, что пиздец. Ну что они еще? Просто не боевые. Ебать, мрут как мухи, просто как мухи. Говори, глупец. Просто никто как позорные мухи мрут. Ну что, все, нету карты. Ну такой. Боевых карт нету, да, пацаны? Вот так-то лучше. Говори, глупец. Ненна, блядь, всех урдалаков потерял. Легче. Ебать, бомж. Говори, глупец. Я жажду служить. Ну что еще? Ебать, я бомж, конечно. Полегче. Наконец-то. Еще поводинчик никто один. Никто не смеет мне приказывать. Это вот он на меня полегче. Говно всякое насылает. Во имя света. Твое предательство разбило утру сердце. Он был готов отдать за тебя жизнь. И вот как ты отплатил ему. Некрасиво ты сделал. Говори, глупец. Очень некрасиво. Ну что еще? Наконец-то! Фростморн жаждет крови. Никто не смеет мне приказывать. В смысле, блин? Так как? Дальше стоит АФК? Полегче! Во славу плети! Вот так-то лучше! Наконец-то! Фростморн жаждет крови! Во славу плети! Дальше стоит АФК или что, блин? Говори, да? Глупец! Прикольно играете, блядь. Не, пизду. Сейчас просто еще гулей наделаем, да и все. Извращение. Что еще? Это какое-то извращение терпильное, просто нереально терпильное. Ну что еще, полегче. На нас напали, где прольется моя кровь. Говори, муравозов нужен, глупец. Один рабочий, чтобы он хилил. Сходи вниз, а куда вниз-то сходи? А! О! Можно реально туда сходить, никто пока делаются карты. Нужно пока карты делаются, можно сходить сюда. Тогда не знаю, что тут. Полегче. Ну если там айтем. Говори, какой-то. Глупец. О! Вот так-то реально, лучше. Походу, какой-то айтем. Никто о! Не смеет мне приказывать. Ого. Твоя душа. Вот это мне нравится. Говори, глупец. Твоя душа. Вот это мне нравится, чат. Полегче. По-любому какие-то айтемы должны лежать. Ну что еще? Ну что еще? Интересно. Говори, глупец, во славу плети. Нужно никто не смеет мне приказывать. Даже не буду гулей хилить, потому что мана дороже, чем одна гуля. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. Ну-ка, что еще за карта глупец. Тут? Блять. Жизнь за Мерзула. Ну что еще? Наконец-то! Полегче! Полегче! И тут? Говори, глупец! Фростморн жаждет крови! Блять! Никто не смеет мне приказывать! Ну что еще? Ну, мы, кстати, может, не убьем его. А, да? Говори, глупец! Никто не смеет мне приказывать! А, да? Полегче! Вот так-то лучше! Ну что еще? Блять! Ну
Ну что еще? Да иду. Еще вурдалаков на помощь. Блядь, мне вот, конечно, полегче. Этим андеды не нравится. У них вот эти гули, они, их очень много, лучше. Типа, это как у зергов, знаете. Ну, у зергов, типа, эти мелкие челы, Т1, они хотя бы супер быстрые. Никто не смеет мне приказывать. Там прокачиваешь. Ну что такой, еще? Как у каках, наконец-то. Они быстро бегают. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Во славу плети. Блядь, только Артаса не убей, блядь. Жаждет крови. Вот так-то лучше. Ты смотри, фокусит карту, блядь, мою главную. Хватит. Во славу плети. Я даже подходить не буду. Ты узнаешь, что такое. Полегче. Говори, глупец. Хорошо. Я заставлю тебя страдать. Говори, амулет энергии, полегче. Вау. Увеличение запаса маны героя на 150, ну, это стоило еще? Того. Никто не смеет мне приказывать. Это безусловно стоило вот того. Так-то надо засейвиться. F5. Ну что еще? Это того полегче. Стоило, 150 маны, амулет. Желает, крови. Исполню с радостью. Говори, глупец. Наконец-то. Фростморн жаждет крови. Не кричи, дурачок. Вернулась. О, кстати, это то место, где нам говорили... Да-да-да, я помню это место. Да, мы тут проходили, это же, блядь, та вообще локация. Наконец-то. Это где мы за обычного Артаса проходили, здесь мост был сломан. Помните, вот тут стояли лучше. Челики? Никто не смеет мне приказывать. А что? Я люблю людей. Ты чё? Нужно больше золота. Я устал ждать. Никто не смеет мне понятненько, блин. Вот так-то лучше. Грязюку какую-то делает. Да иду. Говори, глупец. Ну что еще? А, где мне, кстати, героя похилить? Есть чат инфа? Вопросик, где похилить героя? Ну что еще? Чего? Это возможно. Нужно больше полегче. Золота. Никто не смеет мне приказывать. Я же ну что еще? Жить. Чего? Говори, глупец. Ой, я ждал этого момента. Никто не смеет мне приказывать. Я ждал этого момента, когда нападут боты и можно будет на это идти чела душить. Полегче. Говори, глупец. Я жажду служить. Никто не смеет мне приказывать. Чего? Ну что, этой армии должно хватить полегче. До конца квеста, я думаю. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Говори, глупец. Чего? Наконец-то. Нужно ну больше что еще? Золота. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. За что, вурдалака, ну блядь? Что еще? Полегче. Блядь. А вот неплохо. Ну что еще? Полегче. Перчатки скорости. Никто не смеет мне приказывать. Говори, 15%, отлично. Защитник истины. Чей? Полегче. Говори, глупец. Блять, вот смотри. Его просто ебет армия андедов, а он на жмуровозку идет. Ну просто, блять, ну, конченый чел. Просто максимально конченый чел. Никто не смеет мне приказывать. Да иду. Говори, глупец. Просто больной. А он агрится на жмуровозку, блин. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Полегче. Говори, глупец. Да на нас напали. Ну что еще? Говори, глупец. Полегче. Сломай лес сверху труповозками. Где? Никто не смеет мне приказывать. Где сверху? О, кстати, тут еще проход есть, кстати. Тут я не заметил прохода почему-то. Говори, глупец. Чего? Тут прохода не заметил. Ну что еще? На нас напали. Никто не
смеет мне приказывать. Полегче. Да иду. Ебать. Угу. Здесь теория, он, конечно, может тоже что-то. Говори, глупец. Брать мы это не будем, я думаю. Никто не смеет мне приказывать. Брать, я думаю, мы это не будем. Вот так-то лучше. Утор. Твой отец правил этой страной 70 лет, а ты уничтожил все за несколько дней. Как трогательно, Утор. Отдай мне урну, и ты умрешь без мучений. В ней прах твоего отца, Артес. Неужели ты осмелишься вновь оскорбить его память? Ха, я и не знал, что в этой урне, но это не важно. Так или иначе, я получу то, зачем пришел. Let's go! Врываемся, блядь. Ну, у нас тут сейчас ёбну, чат. Я просто на автоатаку посылаю дурачков. Никто не смеет мне приказывать. Я посылаю на автоатаку дурачков, но... Габелла. Ну что еще? Наконец-то! Ебать, он ёбнутый. Глупец. 50-й левел. Полегче. Что ты хотел, дружок? Никто не смеет мне приказывать. Блять, просто неубиваемая хуйня. Ёбаный альянс. Говори, позорный. Глупец. Ну, Гор-то просто неубиваемая! Полегче. За короля мёртвых. Хорошо, блять. На жмуровоза загорелся, дурачок, блин, тупой. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Я даже подходить не буду, у меня ёбнут. Мы его так убьем. Наконец-то. Может быть, и не убьем. На нас напали. Да иду. Может быть, и не убьем, блин. Ну что еще? Полегче. Во славу плети. Никто урну не отдавай. Смеет мне приказывать. Божественный щит, блядь. Сколько он будет? Говори, глупец. Баба этот ебаный. Никто не смеет мне приказывать. Ну, блядь, ну бесконечный бабл, ёпта. Ну что еще? Фростморн! Полегче! Во славу плети! Вот так-то лучше! Наконец-то! Да иду! Говори, глупец! Фростморн жаждет крови! Надеюсь, для тебя уже приготовлено место в аду. Боюсь, мы этого никогда не узнаем, Утор. Все дело в том, что я собираюсь жить вечно. Вот так вот. Во славу плети. Заберите вот урну. Так-то лучше. Чего? Никто не смеет мне приказывать. Урма, ну, урна с прахом Тереноса. Фростморн жаждет крови. Магическая урна некогда служителями... понятно. Он уже все, в принципе, сказал. Отлично. Теперь ты можешь отправляться в Кельталас. Ничего ему не рассказывай. Меня можешь слышать только ты. Не доверяй повелителям ужаса. Они служат королю мертвых тюремщиками. Я все расскажу тебе, когда вернусь в этот мир. Он все расскажет, чёрт. Не доверяем. Совет повелителей ужаса. Тем не временем в цитадели повелители ужаса посреди круговерти пустоты. Сильвермун. Иннер Эльфгейт. Аутер Эльфгейт. Иннер Эльфгейт. Санвел Гроу. Солнечный колодец. Ого! Паучки какие-то сраные. Паджеры. Ну что, Дикондрус? Все идет как задумано? Лорд Архимонд требует отчета. Молодой рыцарь хорошо послужил нам. Даже слишком хорошо. Не удивлюсь, если у Нерзула имеются на него особые планы. Этот человечишка так же недолговечен, как и прочие смертные. Мефистрот. А Нерзул не посмеет вмешиваться в наши дела. Плеть должна выполнить свое предназначение.
Если мы утратим контроль над ситуацией, Архимонд оторвет нам головы. Поверь, брат, ни король мертвых, ни его прислужники не помешают пришествию Легиона. Проследи за этим. Лорд Архимонд не прощает ошибок. А я вот этого, кстати, даже не помню. Вот этой сцены. Вообще этой сцены не помню. Шесть дней спустя на границе лицов Кильталаса. Сейчас, по-моему, атака будет на этот, на Сильвермун, да, и там прекрасный это... Прекрасный вечный Кильталас. В последний раз я был здесь еще мальчишкой. Будь осторожен. Скорее всего, эльфы уже ждут тебя в засаде. Эти тщедушные создания нам не помеха. Их трупы только пополнят ряды нашей армии. Не будь слишком самонадеянным, рыцарь. О, неужели эльфов некромантов дали? Нельзя недооценивать. Некроманты — это топчик. Поживем, увидим. Приведите пленного. Как попасть в твои земли, эльф? Для тебя, падший принц, наши земли закрыты. Непроходимые леса стерегут их границы. Но главной преградой у тебя на пути станут эльфийские врата. Твои драгоценные врата задержат меня не дольше, чем какие-то деревья. Пригоните труповозки! Мы сами проложим путь. Муровозы. Сила этого места велика. Убей эльфов. Сравняй их дома с землей. Разбей здесь собственный лагерь. Тебя не найти. Синематиков не будет, но они все есть, какие тут есть. Я сам не помню. С удовольствием. Враг приближается. Предупредите стражу. Не надо никого предупреждать, блин. Никого предупреждать не надо. Где прольется моя кровь? Ну что еще? Склоняюсь. Да воцарится смерть. Нельзя сотворить. Нельзя. Да свершится предначертанное. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Так, нам нужно трое ну ворот пойти, еще? Как я понимаю, да? А потом Сильвану трахнуть. Ну ладно. Ну ладно. Говори, глупец. Все страшно. Чего желает? Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Говори, глупец. Я жажду служить. Полегче. Ну что еще? Говори, глупец. Где прольется моя кровь? Вам здесь нечего делать. Я Сильвана. Советую вам повернуть назад. Это тебе надо повернуть назад, Сильвана. Перед тобой сама смерть. Делай, что хочешь. Эльфийские врата, ведущие в наше королевство, надежно защищены. На парашу, Сильвана. Да хватит моего карту, блядь, трогать! Ну смотри, фокусит, блядь! Это лучше. Наконец-то! Во славу Блети! Никто не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. Ой, какая жалость! Говори, глупец. Ну, конечно, по лору мы ее еще не убили. Приказывать. Мы ее просто полегче. Убили. Говори, глупец. Мы ее просто убили, чё. Ну что еще? Постройка завершена. Легче. Склоняюсь. Постройка завершена. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Говори, глупец. Так, что там надо, блядь? Уничтожьте синюю, синюю базу высших эльфов, охраняющих эльфийские врата. Полегче. Синюю базу. Ну что еще? Интересно, эту армию можно уничтожить или нет? Я думаю, что нет. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Я думаю, что нет. Никто не смеет мне приказывать. А вот и засада, блядь. Говори, глупец. Ну что еще? Да иду. Не могу контролить, блядь, в штанах чешется. Фак. Постройка завершена. Лавка гоблина. Полегче. Фростморн, лавка гоблина, свиток исцеления, камень исцеления. Жезл неверия, кстати, нормальная тема. 200 Никто урона наносит. Никто не смеет мне приказывать. 200 урона наносит, между прочим. Ну что еще?
Нужно постройка завершена. Постройка Говори, завершена. Глупец. Никто не смеет мне приказывать. Блять. Постройка завершена. И чё? И здесь этот, что ли, полегче. Здесь этот печать, который открывает врата? Во славу плети! Вот так-то лучше! Что наконец-то! Во славу плети! Вот так-то лучше! Фростморн. Что за место, чат? Не понял. Не понимаю, что это. Чего желаю, нельзя заплатить здесь. Склоняюсь перед вашей волей. Нельзя. Да свершится предначертанное. Ну что еще? Полегче! Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Реально, а что это за место? Ну что еще? Эти точки указаны. Говори, почему-то. Глупец. Что здесь? Ну что еще? Полегче. Место, где надо рубить деревья. Ну я ж прорубил типа туда. А, все, я понял, я понял, я понял, я понял. Все, я понял. Вау, ну что я понял. Еще? Никто не смеет мне приказывать. Вау, я понял. Блин. Вот так-то минус лучше. Карта. Минус карта, блядь. Говори, глупец. Ну что еще? Блядь, мне ГГ. Мне ГГ. Некроманта убили ГГ. Все, проебал. Хорошо. ГГ проебал. Ну, блядь, жмуровозки заебали фокусить уже. Уроды, блядь. Не, что-то я рановато сюда пришел. Я рановато сюда пришел. Рановато. Ну все, жмуровозки убили, блядь, мои. Ой, мрази, блядь, конченые. Просто мрази конченые, а. Ну заебали боты фокусить жмуровозки. Просто заебали. Они просто их таргет на фокусе. Говори, глупец. Напали. Блять, короче, я рановато туда пошел. Точно рановато. Надо, короче, сначала сделать армию. Надо сделать армию. Надо, короче, сделать армию и потом уже идти убивать. Ну что еще? Блять, я просто зафитил только что. Во славу плети. Говори. Все юниты у андедов слабые сами по себе. Никто не смеет мне приказывать. Вот и блять. А у них еще армия по-любому сейчас нападет на меня. У меня даже таверов нету. Ну что сделать. Еще? Ну смотри, блядь, ну ГГ, блин! Во славу плети! Полегче! Никто не смеет мне приказывать. Че, ебланы, что ли? Говори, глупец. Да иду. Ну что еще? Говори, глупец. Я не буду переигрывать, я не буду переигрывать. Ни за что. Никто не смеет ни мне приказывать. Вот так-то лучше. Исследование завершено. Фростморн жаждет крови. Постройка завершена. Полегче. Фростморн жаждет крови. Бля! Наш герой погиб. Чего желает? Нормально, пройдем, 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 ничего страшного. Пройдем, все хорошо. Я жажду служить. Все нормально. Чего желает мой боевик? Все нормально, это проход. Где прольется моя кровь? Фак, блять. Я жажду служить, исполню. Ну, плохой старт бывает, ничего страшного. Нужно больше золота. Ваша воля. Можно с ней излюшить, зафить бывает. Бля, неловко получилось. Пиздец, неловко. Да иду. Сколько здесь? 10 тысяч голды всего, да? Склоняюсь перед вашей не, волей. Ну нам 10 тысяч по-любому хватит. Сейчас просто сделаем Т2 карту, сделаем это, сделаем храм некромантов на РС. Пойдем ебать. Я вот так бывает сейчас. Кстати, вот отсюда не могут нападать повелитель. Карты, блин. Ваша воля. Если еще в теории вот отсюда они будут нападать, да, вот это будет подстава. Повелитель. Я не готов был, что они будут отсюда нападать. Но хотя, с другой стороны, здесь заблочен лес. Не думаю, что они оттуда придут. Но если оттуда придут, это будет пипец. На всякий случай поставим пару зигуратов. Постройка завершена. 300 голды резать. Нужно больше золота. Нужно больше золота. Нужно больше золота.
Да я реально просто, ну, просто всю армию слил. Просто вообще никуда. Там армии-то не было. Нужно больше золота. Будем честны, откровенно говоря, там армии-то и не было. Стройка завершена. Стройка завершена. Исполню с радостью. Если лес срубаешь направо, то пойдут. А я не планирую его срубать. Как раз таки из-за этого. Склоняюсь перед вашей волей. Идеально. Да свершится предначертанное. Нужно больше золота. Нужно больше золота. Чего желает мой повелитель? Да, нужно больше золота. 70. Ваша воля исполнится. Че, голды-то не хватит? Я просто сейчас этот лагерь разобью у них, который вот тут. Его разберем, там сделаем рудник. Рудник просто пару этих, пару зиккуратов и все. Это же для андедов не надо строить главную базу для того, чтобы они добывали золото. Это у них, ну, прям очень большой плюс. Андеды. Они проклятый рудник делают и все. Все качественно. Смотри, атакуют, блядь, сильваны позорные, блин. Ты что, я проебал, что ли, или что, блядь? Ну алё, блядь! Ну что такое-то? Ну, что еще? Пошла нахуй отсюда! Пошла нахуй с моей базы! Никто не смеет мне приказать. Блядь, смотри, что творят, а! Вот смотри, лучше. Что творят, а, ёбаные эти позорные альянсовцы. На парашу. Полегче. На парашу. На парашу. Никто не смеет мне приказывать. Сильваночка, на парашу. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Сложно уже. Сложновато, чат. Будем честны, сложновато. Ресурсов не хватает. Сколько голды? 8 тысяч осталось. Я хватит. Жажду служить. Нам главное храм сделать, чтобы сделать некромантов. Чтобы они резали скелетиков. Никто не смеет мне самое приказывать. Сильное, полегче. Ну это, конечно, не пушкари у Альянса. Но... Говори, чего желает мой пойдет. Победитель. Ай, блядь. Фак. Ну что еще? Да иду. Говори, глупец. Наконец-то. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Что сделать, что ли, пушек? А куда еще? Мне нужно нижний лагерь теперь снести, чтобы он меня не душил. Говори, для этого глупец. Развиться нужно еще. Хорошо. Вкус Юрдади попробуй, сразу легче станет. Классный совет. Полегче. Угу. Классный никто совет, никто не спасибо. Смеет мне приказывать. Полегче. Вот так-то лучше. Таким заниматься мы ну не будем. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Говори, чего глупец. Чего желает мой повелитель? Кладбище, блядь. Это какие-то сайдквесты же должны быть с артефактами, нет? Вроде везде все открыто. Говори, глупец. Надо героем пройтись, вообще посмотреть, плети. Что там есть. Ну что еще? Во славу плети. Что есть в округе? Фростморн жаждет крови. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Полегче. Наконец-то. Ну что еще? Вот так-то лучше. Блять, и тут база. Предатель, принц. Спасайтесь. Говори, глупец. Полегче. Фростморн жаждет крови. Никто так. Не смеет мне приказывать. Нам, значит, надо вот эту базу разбить, да? И вот эту. Блять, тяжеловато. Постройка завершена. Тяжеловато никто будет. Не смеет мне приказывать. Моя кровь. Ну что осталось? Еще? Блять, и жмуровозки нужны пиздец. 3 жмуровозки убили у нас. Ну это вообще обидно. Жмуровозки очень обидно. Говори, глупец.
Полегче. Во славу плети. Наконец-то. Наконец-то. Вот так-то лучше. А еще, ну, кстати, знаете... Еще? А, нет. Никто это вопрос на троне, наверное, уже. Просто каждая фракция может строить магазинчик на базе. В этом магазинчике там крутые приколы будут. Почему я обратил внимание на жезл? Потому что там жезл вроде продавался, который резает скелетиков. Ну что еще? Его в мультиплеере юзают. Во славу плети. Во. Вот, Тартес. Обитатели этих лесов поднялись против нас. Фростморн, а я могу, интересно, крови. Привести этих гнолов им на базу? Крови. Наверное, нет, это не так работает. Полегче. Это, к сожалению, не работает. Я жажду служить. Ваша воля исполнится. Блять, опять, ну, нападение ебаное. Чего? Никто не смеет. Хорошо, что увидел заранее, можно подготовить. Во славу плети. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Вот так-то лучше. Склоняюсь перед вашей волей. Говори, глупец. Жизнь за Нерзума. Говори, глупец. Полегче. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Блять, еще две жмуроводки едут, пиздец. Во славу плети. Фак, блять. Вот. Слышь, смотри, лучше. Как армия нападает. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Во славу плети. Просто охуеть, что такая большая армия-то нападает? Твоя душа принадлежит мне. Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Полегче. Фростморн. Слева от твоей базы еще сидят гнолы. Завершена. А тут не пройти никак к ним. Живые только вот туда. Ну что еще? Вот так-то лучше. Опять убили, блядь, зиккураты. Чего и нету этих. Ну что еще? И нету. Говори, армии. Фростморн жаждет крови. Срок существования скелета скелет мага признают экран поднимается на 15 секунд. Это интересно, окей. Вот это не интересно. Не завершена. Наконец-то. Полегче. Полегче. Во славу плети. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Тут никого не наконец-то. Должно быть. Наконец-то. Говори, нет. Глупец. Вот так-то лучше. Надо тех гнолов будет убить, там что-нибудь айтем найдем. Хорошо. Постройка завершена. Так, жмуровозка. Две жмуровозки сделаем чисто на башне. Этого должно быть достаточно. И некромантов легче. Надо сделать. Фростморн жаждет крови. Постройка завершена. Я жажду служить. Все построено. Исполню. Говори, с радостью. Глупец. Исследование завершено. Ну что еще? Да никто иду. Не смеет мне приказывать. Тебе одной базы мало, захвати слева и так по кругу, там по руднику завершено. Стоит. Я в курсе, я это и планирую делать. Вы видите, что меня разъебали поначалу, никто я не могу ничего сделать. У меня даже жмуровозок нету. Ну что еще? Мне жмуровозка полегче. Нужна, там, блять, очень большая армия. Говори, чтобы глупец. Вот здесь вроде поменьше. Никто не смеет мне. Просто если я пойду сюда, меня могут убить снизу. Ну что что еще? Мертвые ждут. Во имя короля мертвых. Потому что, блять, позорные эти. Позорные алики. Наверное, возможно, подождать, знаете что? Развиваемся до того момента, пока на нас снова не нападут. Пока на нас снова не нападут. Как только нападают, отбиваемся и сразу чистим этот лагерь. Это будет правильно, потому что в тайминг можно не попасть и базу разъебут. Я не хочу не попасть в тайминг. Склоняюсь перед вашей волей. Тьма зовет меня. Найс. Какова воля тени? Ну что еще? Во славу плети. Говори, глупец. Просто ждем, когда нападут. Жду приказаний. Еще раз. Волной. Через пару минут должны напасть. И зачистим снизу, потом направо. На нас напали. А, да, блядь. Тьма зовет. Блядь, фак. Мертвые ждут. Интересно. Тьма зовет меня. Мертвые говори, служат тебе. Говори, глупец. Ну что еще? Ебать, фак максимальный, блядь.
Говори, глупец. Ладно, нормально. Наконец-то. Некроманты появились, скелетиков спамят очень. Очень легко становится. Ну что еще? Где прольется моя кровь? Такова воля тени. Хуя бот что умеет. Никто не смеет мне приказывать. Нормально бот умеет. Сейчас трупы еще соберем все, чтобы скелетики были. Ну что еще? Припушим. Можно еще жмуровозку сделать. Нужно больше. Никто не смеет мне приказывать. Хотя вообще на самом деле можно даже пулей не делать, глупец. Потому что есть скелетики никто для этого. Никто не смеет мне приказывать. Хорошего. Вот так-то лучше. Говори, глупец. Сейчас посмотрим просто, сколько здесь мобов. Успеют добежать, вроде успеют. Сильная тут база или нет? Ну, ебать. Ну, так, ну, типа, это слабая база сейчас, слабая база. Бля, единственная проблема, что тут бот еще фармит голду, да? Но он фармит по одной голде. 18 тысяч. Ладно, мы это зачистим, Главное, блядь, не попасть в тайминг того, чтобы на нас напали, блядь, когда мы пойдем вниз. Вот это будет не очень приятно. Ладно, let's go, блядь. Let's go. Сюда поставим вард, чтобы если что предупредил. В целом тут пару некромантов поставим, чтобы спамили скелетиков. Никто не смеет мне приказывать. Только сохраниться надо, F6. Ну что еще? Говори, глупец. Вот так-то лучше. Сейчас будет внезапная атака из леса. Вурдалака на патруль поставим. Полегче. Какова воля тени? Говори, глупец. Ну что еще? Да иду. Полегче. Никто так, не а у меня зажмуровозки, кстати, идут. Блять, что начал. Я извиняюсь перед вашей волей. Мне наверняка нужен будет. Где прольется моя кровь? Во, найс. Хорошо, let's go. Скелетиков вперед, типа, и пушим. Говори, просто дурачков. Во славу плети. Вот так-то лучше. Здорово, позорники. Приказывать. Странные. Полегче. Ну вот со скелетиками-то уже попроще будет. Блять, все равно жмуровозку фокусят, блять, да что такое? Говори, глупец, полегче. Воля тени. Пизда, блять. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Блин, ну боты слишком умные, я не знаю. Боты очень умные. Никто не просто смеет пиздец, мне приказывать. Боты. Полегче. Ну что смотри, еще? Кого фокусят, полегче. Смотри, кого фокусят, смотри. Ну что еще? Просто некромантов, блять, и жмуровозки. Говори, таргет, глупец. На фокусят. Просто пиздец. Чего желаешь? Да свершится предначерное. Никто не смеет мне приказывать. Хорошо. Никто не смеет мне приказывать. И не надейся на быструю смерть. Ну что? Хорошо, еще? Блядь. Мертвые ждут. Мертвые. Говори, ждут. Глупец. Там, если на нас нападать будет, у нас тут скелетики из кладбища. Жизнь за мертвого. Да, повелитель. Исполню с радостью. На нас напали. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Ты узнаешь, что такое боль. Говори, глупец. Ну что еще? Говори, глупец. Блять, ну только не она, блин. Ну фак. Никто не смеет мне приказывать. Только не она, блин. Только не Шабалдин, блять. Шабалдина, шабалденская. Только не ну факинг Шаболда, блин. Я застал. Блять, только не Шаболда. Ну опять убили жмуровозки мои, да что за хуйня? Никто не смеет мне приказывать. Ну заебали таргетно убивать мои карты, блять. Смотри, фокусит некромантов, блять, и жмуровозки таргетно. Они просто больше никого не убивают, блять. Что за боты такие умные? Пизда мне, блять, умер. Еще некромантов тащу ебаных. Ну что еще? Блять, жмуровозку таргетят. Просто максимально первую карту, которую убивает, жмуровозка. Да ну, блять. Полегче. Иди нахуй просто. Жизнь замерзла. Рот твой ебал, лучница. Просто рот твой ебал. Ваша воля исполнится. Вот так-то лучше. Не, лучше на базе задефать. Пизду. Я жажду. Спрячемся в лесу этим карланом. Да, повелитель. Где-нибудь тут никто нас не найдет. Живые. Говори, будем творить свои, блядь. Никто не будем створить свои темные делишки в лесу. Мой.
Let's go, блядь. Позорная Сильвана, Сливана. Ну что еще? Постройка завершена. Бля, такие душные эльфы, пиздец. Ну, сложно уже начинается. За андетов тяжело играть, потому что мобы слабые. Ну что еще? Мобы пипец какие слабые. Ну что еще? Ладно. Вроде с первым лагерем справились, второй будет легче, и дальше ворота. Полегче. Таргетят, блядь, зиккурат, блядь, вместо того, чтобы мои войск убивать. Смотри, что делают. Где прольется моя кровь? Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Ну что еще? Говори, глупец. Уроды, полегче. Блядь. Никто не смеет мне приказывать. Буду сейчас тут свой культ в лесу этим послужником открывать. Ну что открывать. Еще? Сейчас скелетиками всю вашу деревню вырежу, блядь, эльфов ебаных. Забудете о существовании в этих лесах. Наконец-то. Уроды. Фростморн жаждет крови. Фростморн. Иду вас всех вырезать из этого леса. Никто не смеет мне приказывать. Пока карты. Давайте рудник, блин, моё, блин. Рудник мой, блядь. Ну что еще? Рудник мой! Не смеет мне приказывать. Надо всех тут побыстрее убить, короче, это. Бим-бим-бам-бам. Моя стройка завершена. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Да. Грязюку строим свою сразу. Да, повелите. Стену грязюки, чтобы дефаться от Сильвана. Позорно. Вот так-то лучше. Так, тут осталось ноль. Ага, отлично, хорошо, блядь. Свершится предначерно. Ну чё, хорошо. Говори, глупец. Ну что еще? Бля, на самом деле нам-то времени может сейчас не хватить так долго. Нам нужно такую убить, которая спамит дурачков. Можно быстрее. У нас же нету теперь труповоза. Говори, глупец. Нету, блядь. Сейчас вообще вся голда закончится, меня еще это и... Сейчас меня еще и выиграют. Просто пересоздавать миссию. Вот это будет фиаско. Это реально будет фиаско. Ну, что еще? Смотри, фокус от кого, блядь. Азота. Говори, стройка завершена. Блядь, нападай, вот, блядь! Завершена. Ну че за говно, блядь? Никто не смеет. Все, я проебал, походу. ГГ, блядь. ГГ въебал. ГГ это въеб. Да ну рот ебал. Ну Сильвана, рот твой ебал конченый просто. Мразь! Я проебал. ГГ. ГГ. ГГ создавать заново миссию. Все, я не могу убить, блядь, меня задушили просто. Ну что еще? Твоя душа принадлежит мне. Мрази, блядь. Ну это новая миссия, по-новому. Постройка завершена. Ёбаный бред. Ну, а я вам скажу, из-за чего это все началось. Все началось из-за того, что просто, ну, неправильно пошел. Типа, неправильно все сделал. Типа, начал просто неправильно партию. Партию нужно было начинать совсем иначе. Ну что еще? Может быть, даже, знаете, что? У меня, хотя мне с другой стороны, у меня аж сейв был. Зачем заново начинать? Реально аж сейв был, блядь. Никто не смеет мне приказывать. Жмуровозки, короче, нужны ебаные, как можно больше. Всех некромантов, блядь. Короче, ждем, смотрите, что делаем. А, мы уже нападать здесь хотели, отлично. Окей, блин. Окей. Говори. Выгружаемся в лесу. Делаем еще жмуровозки, распуяриваем этот лагерь. Желает, прислушника сюда в лес, блин. И все. И можно офать. Никто не смеет мне приказывать. Бля, там просто они уже пришли. Они пришли в такой момент, когда уже маны не было. Просто уроды, блядь. Ну почему-то так много. Ну что еще? Полегче. Чего? Полегче, блядь. Говори, глупец. Жду приказания. Чат, нападение пошло, блин. Нападение пошло. Никто не смеет мне приказывать. Все, поехали, ебать эльфов, позорные. Говори, глупец. Позорные эльфы и эльфийки. Хватит фокусить некромантов, уроды. Смотри, жмуровозка. Они бегут на жмуровозку, блядь! Смотри! Ты смотри! В лесу прячу жмуровозку. Блядь, да я ваш рот ебал, блядь.
Ты посмотри, что творят, блядь. Ты посмотри, что творят. Говори, глупец. Ёбнутый. Ну что еще? Да блядь, карты умирают, не успеваю хилить, вот ничего не успеваю, блядь. Полегче. Она только количеством задавлю, блин. На нас напали. Ну что еще? Нормально, нормально, вырезал. Никто не смеет мне приказывать. Хорошо, блядь. Говори, глупец. Хорошо, мразь. Позволь. Полегче. Параш. Говори, глупец. В атаку, скелетики. Ну что еще? И не надейся на быструю смерть. Наконец-то. Так, жмот. Опять нападение идет, ты посмотри, а. Ну ты посмотри, чат, ты посмотри, блядь. Ну ты посмотри, а. Это пиздец. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Ты посмотри, что творят, блядь. И все, снова въебал, что ли. Вот так-то лучше. Полегче. Ну это пиздец, я снова въебал. Наш золотой рудник скоро. Ну нельзя так нападать, нельзя так нападать, нельзя, нельзя. Нельзя так нападать, я не вывожу просто физически. Никто не смеет так мне приказывать. Наконец-то. Нужно. Надо Кулислава ну, ждем Сильвану в лесу, трахаем Сильвану в лесу, глупец. Вот здесь вот. На углу. На углу ждем Сильвану, ебем ее здесь, и потом нападаем со скелетиками, окей? Какова воля тени? Какова воля тени? Интересно. Жизнь. А этого сюда прячем. Хотя ладно, его просто ставим за этим. Исполню с радостью. Полегче. Делаем ее, сделаем засаду. Вот лесная засада, блядь, здесь. Смотри. Не, ладно, смотри. Ну что еще? Жду приказаний. Говори, глупец. Полегче. Где прольется моя кровь? Никто не смеет чего? Мне приказывать. Ну что еще? Все говори, нормально, глупец. Ну что еще? Да иду. Жмуровозка едет? Нет, а я не нанял жмуровозку, блядь. Что жмуровозка нужна? Полегче. Чего? Да я знаю, что присты пуржат, я знаю. Никто не смеет. Все нормально сейчас будет. Сейчас просто ёбнем без шансов. Вот просто no chance у бота. Просто ноль chance. Зеро. Полегче. Рудник будет мой. Говори, глупец. Ну чё там, где картинка-то? А? Идёт? Нет вообще. Собирается нападать. Да иду. Фак. Меня заметили. Никто не смеет мне приказывать. Муравозка бы и склоняюсь перед вашей волей. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Ну че, где Сильвана, блядь? Я уже трупы готов выгружать. Выгружаю, блядь. Поехали. Чего? Ну что еще? Let's go, чат, let's go. Наш золотой рудник скоро иссякнет. Let's go. Поехали, блядь. Говори, глупец. Нападает лучше тот, кто нападает первым, блядь. Let's go! Мразь, блядь, позорная на хилах. Ну смотри, ну ты ж муровоз, блядь, заебали фокусить, ну. Ну ёбаная игра, блядь. Просто заебала. Да блядь! Чего желает мой повелитель? Полегче! Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. На парашу, ну блядь. Что еще? Мертвые полегче! Да! Говори, глупец. На парашу Селивана позорная. Никто не смеет мне приказывать. Почти никого нет, не потеряли. В этой схватке почти никого не потеряли. Кстати, забыл воскрешать этих. Блять, забыл поставить на остров воскрешение, блять. И как убили, блять. Наконец-то. Еще в лесу зажали. Никто не смеет мне приказать. Ебаный. Полегче. Жду приказаний. Никто не смеет мне приказывать.
Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Воля тени. Сука! Полегче. Во славу плети. Я жажду служить. Говори, глупец. Че, ёбнутый бот или что вообще? Что еще? Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Говори, глупец. Тебе. Говори, глупец. Бля, ну они заебали жмуровозку сейвить, фокусить. Ну это просто неадекватное говно. Блять, неадекватное говно. Просто неадекватное. Жду. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. А что, на парашу, блядь? Никто не смеет мне приказывать. На парашу, блядь. Ну что? Смотри, еще? Бежит. Пошел нахуй вдогонку получать. Во славу, урод, блядь. Говори, глупец. Наконец-то. Надо убивать быстрее их лагерь, как можно быстрее, пока Сливана не пришла. Сливана придет, нам ГГ. Свершится предначертанное. Сюда гулей и некромантов. Говори, хорошо, глупец. Блядь. И базу их разъебать как можно быстрее. Бестолочи, блять. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то вот эту лучше. Базу надо базюку убить. Блять, хватает, ну блять. Полегче. На парашу. Что такое боль? Все, у нас есть где-то пара минут, если что. У нас пара минут есть сейчас. Пара минут есть. Ну что еще? Окей? Пара минут есть сейчас, окей? Золотой чемодан обрушился. Блять, голды нету! Ну что еще? Как так-то? Говори, глупец. Отдавай рудник, блядь. Где прольется моя кровь? Никто не смеет. Ваша воля исполнится. Все нормально, справились. Глупец. Теперь можно сейвить. Сейванский, блядь. И все. Вот так-то лучше. Все, хуйню всю убиваем вокруг. Полегче. Опять идут, блядь! Да что ж такое-то? Ладно, у меня новые есть эти, у меня новые карты. Сюда карта, блядь. Ну-ка, контроль. Чего? Ну что еще? Воля тени. Полегче. Твоя душа принадлежит мне. Ну что еще? Нахуй, парашу. Какова воля тени? Ну ладно, тут без Сливаны хотя бы, блядь. Мертвые ждут. Во имя короля мертвых. Никто не смеет мне приказать. На парашу, блядь. Во славу мертвые служат тебе. Ну что еще? Говори. На парашу. Ебай весь мокрый, блин. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. Фу. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Бля, я весь мокрый, чат. Я справился. Говори, я справился, но всех некромантов убили, а походу, легче. Снова. Полегче. Ладно, рудник главное отжали. Я жажду служить. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Ну честно, еще? Какая-то душная херня. Этими жмуровозками собираем все карты, чтобы потом, когда нападали, говори, глупец. Хватит резко, хотя. Полегче. Постройка заработана. Никто не смеет. Так, надо всех, короче, гулей сюда везти. Всех гулей ведем сюда. На деф. На дефенс. На эту базу, в принципе, уже поебать. Ну что еще? Ну не, ну только из-за зекуратов не поебать. Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Так, жмуровозки собрали, знаю. Дефнемся. Чего? Одного гулю можно сюда поставить, как вард. Сюда на ХГ. На ХГ ставим разведчика. Говори, глупец. Фух, блядь. Бля, ну сейчас справились. Ну можете поздравить еще? Меня. Полегче. Можете поздравить меня, справились, блин. Ну что еще? На изичах, по-моему. Вообще на ультра изичах справились. Перед вашей волей. Да, я даже не думал, что будет так просто, если честно. Да свершится. Честно, не предполагал даже, что так просто будет. Так, теперь надо вот эту базу вообще. Хотя нет, даже ее, наверное, не надо убивать, что там надо. Уничтожьте синюю базу высших эльфов, охраняющих эльфийские врата. То есть надо убить эту базу. На эту, в принципе, поебать, она даже не атакует. То есть. Ну не пофиг. Ну что еще?
Полегче! Говори, глупец. Где прольется моя кровь? Никто не смеет мне приказывать. Никто не смеет мне приказывать. Полегче! Ну что еще? Что делаем вообще здесь? Зиккураты делаем или что? Я не знаю, что мы тут делаем. Говори, глупец. Может быть, даже ничего и не строить, просто здесь охранять. Я жажду служить. Ваша воля исполнится. Охранять просто рудник и все. Никто не смеет мне приказывать. Чего? Ну что еще? Полегче. Жду приказаний. Какова воля тени? Никто не смеет мне приказывать. Мертвые служат тебе. Как ты мог на обучающей миссии встрять? Чел, блядь. Говори, глупец. Ну что еще? Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Чего желает мой повелитель? Полегче. Ну что еще? Ну, что делаем? Ждем. Не смеет мне приказывать. Где база вообще? Ой-ой-ой, блядь, атака пошла. Выгружаем карты. Выгружаем карты. Стройка завершена. Стройка выгружаем завершена. Карты. Стройка завершена. Выгружаем карты. Жду. Призываем карты, блин. Поехали. Поехали, назад, назад, скелетики, чтобы танковали, скелетики танковали. Хорошо, блядь. Говори, глупец, говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Блять, карту убили уже, блядь. Так-то лучше. Жмуровозки противника фокусу. Хорошо, на параж. Ну что еще? Всех пурдалаков убили, найс. Ну, ладно, зато ни одного некроманта не убили. Никто не смеет мне приказывать. Стройка завершена. Полегче. Справились с парашниками. Трупы ну загружаю на next squad. Наконец-то. Говори, глупец. Чё за хуйня? Как так-то? Полегче. Мертвые служат тебе. Жду приказаний. Где прольется моя кровь? Да, повелитель. Чего? Нужно больше золота. Никто не смеет мне приказывать. А, отправил армию скелетов, все сдохли по пути, найс. Ну что еще? Говори, глупец. Говори, глупец. Сохранение. Ну что еще? Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Склоняюсь перед вашей волей. Говори, глупец. Мертвые служат тебе. Ну что еще? Мертвые никто не смеет тебе мне приказывать. Жду приказаний. Интересно. Полегче. Фу, блин. Жизнь замерзула. Да. Никто поближе, не смеет мне приказывать. Нужно больше говори, золота. Говори, глупец. А чё к зиккуратам подойти? Они еще тогда не улучшились. Еще не улучшенные были. Ну что еще? Какова они еще были не улучшенные. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Мертвые ждут. Я жажду служить. Стройка завершена. Еще надо некромантов типа сделать нормальное количество. Вообще пара жмуровозок, не жмуровозок хватает. Скелетов для начального файта хватает, и все. Ждем, когда на экстра синенькие нападут, и контратаку уничтожаем ворота, окей? Окей! Говори, глупец. Ну нападают синенькие, и сразу полегче. Контратака ответная. Бля, тут на самом деле жмуровозка очень опасна. Ну что еще? Зафокусит сразу. Полегче! Во славу плети! Тьма зовет. Постройка завершена. Нужно больше золота. Говори, глупец. Мертвые ну что еще? Служат никто тебе. Не смеет мне приказывать. Какова воля тени? Полегче. Мертвые ждут. Ну-ка на разведку. Разведка, блядь. Разведка побежала. Смотрим за разведкой. Ты бегут они вообще до базы, нет? Говори, глупец. Приказаний. Ну что еще? Да никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Полегче. Полегче. А, да? Не добрались до эльфийских врат.
Ах ты, сучка, блядь. Бой. Никакой пощады. Окей, у нас 30 секунд есть, хорошо. Мы должны задержать их. 30 секунд, сейчас, 30 секунд. Да, иду. Раз, два, три, let's go. Выгружаем карты. Какова воля тени? Выгружаем карты, let's go. Контрразведка, блядь. Говори, вот меня ждут. Let's go. Никто на парашу, блядь, Эльф. Вот так-то лучше, полегче. На парашу эльфов, блядь. Позорных. Нагло. Просто на парашу. Ну куда, куда? Что это за фокус? Смотри, что делаю. Говори, глупец. Смотри, ёбнутый, просто ёбнутый. Ну что еще? Ёбнутый. Ну что еще? Не, мужики, вы не отобьетесь. Никто не смеет. Нет. Некромантов не отбито, сори. Жду приказания. Легче. Говори, глупец. Вот так-то лучше. Они просто пройти, блядь, не могут. Ладно, загружаем трупаки и едем просто, и все. Едем туда, чат. Два жмуровоза еще с собой возьму. Никто не смеет мне приказывать. Все, let's go. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Полегче. Без пыла никакого, правда, нету. Полегче. Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Говори, глупец. Полегче. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. Мертвые полегче. Ждут. Во славу плети. Да иду. Ну что тени. Еще? Говори, глупец. Выгружаем карты, поехали, чат. Выгружаем, поехали. Выгрузил карты, поехали, let's go. На нас никто не смеет мне приказывать. Let's go, блять. Говори, let's go на парашу дурачков отправим. Фростморн жаждет крови. Ну что еще? Полегче. Хила, хила, хила. Хорошо, минус. Наконец-то. Парашу дурачок. Смотри, кого фокусов, ну вы ёбнутые, блять, или чё? Во славу, блядь. На парашу. Говори. Ну жмуровозку фокусят, да заебали! Что еще? Вот так-то лучше. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Полидина, блядь. Ёбаный. Никто не смеет мне приказывать. Ааа, сейчас горю нахуй. Наконец-то. Скелеты беспонтовые еще, блядь, всех некромантов полезают. Да хранит меня тьма. Говори, глупец. Наконец-то. Или что, или мы не пробили? За короля мертвых. Во славу плети. Не понимаю, мы справились или нет? Вроде справились, нормально. Блять, сливана ебаная преснулась, блин. Мы, я сейчас не пробью синеньких, сейчас. Сейчас синеньких не пробью. Жмуровозку фокуса, смотри! Никто не смеет мне приказывать. Ебучая игра, блять. Позорная, а. Говори, глупец. Бать, как жопа горит, а. Полегче. Вот так-то лучше. Смотри, что делают, смотри, что делают. Ну, они что просто еще? Не дают подъехать, блядь. Уроды, блядь. Полегче. Эту хуйню надо убрать. И не надеяться на быструю смерть. Замок надо ебнуть. Ну что еще? Никто не смеет мне приказать. Ты посмотри, блядь, ты посмотри просто. Какова воля тени. Такова воля тени. Говори, глупец. Ебать, жопа горит. Говори, глупец. Фростморн. На нас напали. Никто не смеет мне приказывать. Два некроманта осталось, да. Жмуровозку фокусит нам на похуй. Смотри. Мразь. Ну что еще? Позорная, полегче. Блядь, наглая. Полегче. Фокус, скелетики отвлекают, убиваем нахуй замок. На парашу. Ну что еще? Просто мертвые служат тебе. Интересно. Говори, глупец. Бля, успею убить его, интересно, или нет, или меня ёбнут. Смотри, ну пиздец, я не успею сейчас убить, я не успею убить. В лес заезжаем, похуй. Никто не смеет мне приказывать. Воля короля мертвых. Полегче, твоя душа. Ну смотри! Смотри. Ну что еще? Я заставлю тебя.
Говори. Бля, ну я не знаю, они просто в наглую хуярят. Пиздец, мне жопа горит. Ну они просто в наглую, блядь, смуровозку фокус! Ну что такое? Я въебал. Я снова въебал. Ну что еще? За короля мертвых. Я снова въебал. КГ. Я проебал. Никто не смеет мне приказывать. Ой, ну, нахуй! Ой, нахуй! Ну это ёбнутая, игра. Вот так-то лучше. Она просто, в наглую, блядь, через всю армию чел бежит на боте убивать жмуровозки. Просто в наглую. Это как, блядь, понимать вообще? Чё за говно-то? Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Что за говно? Что за говно, блядь? Как играть? Мёртвый. Как играть, если жмуровозки фокусятся просто беспрерывно, блядь, беспрерывно. Просто не, ну, беспрерывно фокусят. Меня, где прольется моя кровь. Полегче. Ну что еще? Да какое подкрепление по КД отправляю? У меня сильная армия была, блядь, непобедимая. Челы просто в наглую фокусят некромантов и в наглую фокусят труповозки. То есть они не вот так вот, типа, атакуют. Они просто берут вот так вот, вот так. Моя пиздец. Принадлежит никто не смеет мне приказывать. Я весь мокрый. Вспотел от этого АПМа. Полегче. Тьма зовет меня. Нормально, сейчас справимся. Никто не смеет мне приказывать. Потому что я замок у них не добил, конечно. Они сейчас просто отстроятся. И по факту, что бил, что нет. Говори, да. Глупец. Полегче. Ну что еще? Ну что еще? Главное, чтобы сейчас не напали и меня не вынесли. Тогда я сгорю нахер. Загружаю труповозку. Тьма зовет меня. Полегче. Никто не смеет тебе меня приказывать. Говори, глупец. Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Да хранит меня тьма. Куда вы выгрузили, блядь, трупы? Что, давал команду, что ли? Жду приказаний. Карта. На разведку. Ну что еще? Мазовет. Ну что еще? Какова воля Никто тени? Не смеет мне приказывать. Ладно, 4 жмуровозки должно быть достаточно. Кстати, тут трупаны загрузим сейчас по пути. Напиши АПМ. 116, это я не кликаю, между прочим. Никто не смеет мне приказывать. Типа я практически не кликаю. Ждут. Ну что еще? То есть я начал, если задаться вопросом АПМ, 200 выдам. Окей, смотри, тут пошла атака, походу, на меня. Пошла атака, блядь. Говори, глупец. Ебать, я мокрый, блин. Ох. 106 бот. Да чела, я даже не стараюсь. Ай, блядь. Я просто АФК стою, смотри, сколько времени. 115. Я даже не стараюсь. Полегче. Так, ладно, сейчас там нападение будет. Блядь, не отвлекайте нахуй. Никто не позорники, блядь. С обучением хотя бы пройдите. Такова воля тени. Такова блядь, сидят рофлят, блядь, кекуют. Интересно. Кекеры ебаные, блядь. Атакуем, блядь. Атакуют Говори, карту. Глупец. Никто не смеет мне приказывать. Атакуют наши карты. Нам нужно дефать Говори, наши карты. Глупец. Дефаем наши карты. На парашу, блядь, альянс позорный. Ну что еще? Наконец-то. На парашу альянс позорный, блядь. На парашу. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. На парашу, блядь. Хорошо. Никто все, больше не призываем трупы. Загружаем карты в трупы и все, едем. Ну что еще? Все, мы сейчас разбиваем. Все, это победа. Сейчас, Говори, сейчас вин. Глупец. Сейчас будет вин. Сейчас будет вин, серьезно говорю. А где еще труповозка? Ну что еще? Говори, глупец. Где еще жмуровозка, блядь? Полегче. Че, больше жмуровозок нету, что ли? Никто не смеет мне приказывать. Бля, ладно, этого достаточно будет, похуй. Ну что еще? Полегче. Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Фу, блядь. Дэл Грайм, спасибо большое за подписку. На нас Никто напали. Не смеет мне приказывать. На нас напали!
Ай, блять, на нас напали. Мне можно сумасшествие на героя. Сумасшествие на героя. Ну что еще? Смотри, сейчас Сильванку трахнем, чат. На нас напали. Ну только не это, блять, только не это, только не это, блять. Только не это, нахуй. Только не это, блядь. Ну только не это. Полегче. Поехали, let's go. Let's go. Вот так-то лучше. Ну что еще? Let's go, блядь. Говори, глупец. Блин, никто я не let's go. Никто не смеет мне приказывать. Let's go, let's go, let's go, let's go. Полегче. Let's go. Никто не смеет мне приказать. На парашу, блядь. Ну что еще? Ёбаные позорные, блядь. Такова воля тени. Ростморн жаждет крови. Говори, да хватит моих некромантов-то фокусить, наглую, блядь. Что такое-то? Скелетика фокусьте, блядь, дурачки. Ёбнутые, наглые. Нас, Ивана, включай. Говори, Ростморн жаждет крови. Что я победил? Я победил, это вин, это вин, это вина был, блядь. Это вина был. Это вина был, блядь. Никто не на парашу Сильвана. Сейчас твоя киска мокрая. Полегче. Так, надо убить вот эти карты, которые говори, призывают глупец. Карты, блядь. Карты, которые призывают карты, надо убивать. Сумонеров. Жду приказания. Ой, все, в ловушке, ты в ловушке, ты отсюда не выйдешь, уебище. Ебаная. Никто не смеет мне приказывать. Все, карты, которые сумонят карты, убиваем, победили, блядь. Жесть. Что-то сложновато было, я хочу вам сказать. Чат, было сложновато, реально. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Ну что еще? Хватит сложновато было. Говори, глупец. Да, мы есть служба. Полегче. Наконец-то. Жду приказаний. Ой-ой, карта, блядь. Деф не никто нравится. Не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Ну что еще? Еба, я весь вспотел даже от этого квеста, сложный квест. Ну что еще? Сложный квест реально был сложный. Ты узнаешь, что такое бой. То есть ты был в битве, хуярился с теми, кто защищает дальнобойные войска вместо того, чтобы уничтожить их. Истинный орк, Кекл. Ну что еще? Что здесь звозы, блядь? Что значит истинный орк? Все нормально. На нас напали. Да! Хорошо. На парашу. На парашу, эльфы, на парашу. На парашу, эльфы. Отправил на парашу просто. Пиздец. Кстати, на средней сложности ты даже главное меню игры не смог бы пройти. Как же ты плох на нулевой сложности? Эльфийские врата. Ты, блядь, на нулевой сложности, блин. Вперед, мои воины! Вперед, позор сраный. Хорошо, чат, блядь, справились. 47 минут в старт. Несколько минут спустя за уничтоженными эльфийскими вратами. Ключ трех лун. Да блин. Отходим к лесу. Привет, сиськи. Ты прошел через эти врата, но следующие тебе не по плечу. Внутренние врата Сильвергарда открываются особым ключом, который тебе никогда не достать. Ты зря теряешь время, женщина. Нельзя остановить неизбежное. Думаешь, я убегаю от тебя? Сразу видно, что ты никогда не имел дела с эльфами. Ого, что умеет? Проклятая девка. Мы должны перебраться через реку. Ну так. Что еще? О, неужели, говори, блин, карту глупец. Дали нормально? Приветствуем тебя, мы ждем твоего приказа.
Чё, блядь, никто не Чё, где рудник там, что-нибудь вот вообще? Чедачи, нет, рудник. Ну что еще? Фрост может завершиться предначертанное. Пошла грязюка, блядь. Лорд Артес, мы ничего не можем сделать с этими летучими тварями. У меня паучки есть, все нормально. Нужно что-то придумать, пока они нас всех не спалили. Не бойтесь, ими займутся могильщики. Жажду служить. Хорошо, качественно, блядь. Грязюку пошел делать. Фух. Полегче. Говори, глупец. Я застал. Накручивай АПМ, накручивай АПМ. Вот хорошо, блядь. Так-то лучше. Вот так-то лучше. Во славу плети. Ну что еще? Фростморн жаждет. Накручивай АПМ, говори, хорошо. Говори, глупец. Ну что еще? Полегче. Наконец-то. Опа, дирижаб. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Говори, глупец. Блин! Крови. Наконец-то. Так, нужно сохраниться, блин. Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Бля, звучка классная. Пошла душильня, эльфов. Меня, на парашу, эльфы, на парашу, блядь. Полегче. На парашу, эльфы, на парашу. Вот так-то на парашу, лучше. Блядь. Говори, глупец. На парашу. На факинг парашу, чат. Ну что еще? Фростморн, наконец-то. Жду приказаний. Замороводка карты. Говори, глупец. Мертвые ждут. Добить хуйню, Хорошо. Во славу плети. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн... Да хватит ж муравозку фокусить опять, блядь. Чё такое-то? Так же нормально все было. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Постройка завершена. Смотри, некроманта фокусит, блядь. Говори, глупец. Чего желает? Ты меня пугаешь? Ну что еще? За королями... Да ж муравозку убили, блядь, заебали! Ну, твари, блядь, ебаные! Смотри, что делают, блядь! Да конченая игра говна, блядь! Вы звали меня по имени Хукич, если ну, у тебя надо, не мокрая киска, ну, тогда ГГ, как можно ебать киску глупец. На сухо? Никто не смеет мне приказывать. Ну, блядь! Вы звали меня. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Ёбаная хуйня, блядь. Полный вперёд. Нужно построить секунду. Ой, нахуй, блядь, рот ебал игры этой позорной просто. Свершится предначертанное. Где еще карта у меня? Нужно построить секунду. 4 дали карты. Просто меня всю армию опять уничтожили. Ну что-то, что ж такое-то, блин? Ты меня пугаешь? Чего? 140 АПМ, нет. Ну что еще? Полегче. Надо пауков как можно больше сделать, развиваться, короче. Опять, ну я зря пошел опять. Полегче. Не надо было идти. Ну что еще? Сейчас попуги летающие придут и убьют меня. Наконец-то. Нужно построить зиккурат. Нужно построить зиккурат. Озвучка, блин. Ты меня пугаешь? Постройка завершена. Стройка завершена. Занерзула. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Нужно больше золота. Говори, глупец. Дела не ждут. Ну что еще? Не хватает маны. А Шреддер там не продается. Полный вперед! Чего? Дела не ждут, стройка завершена. Че еще надо построить? Какую карту, блять? Ну, Артаса мы точно не потеряем здесь. Ну и все. Я жажду служить. Чертоги надо улучшить, и надо это, храм проклятых. Я жду. Вообще могильщики тоже сильные. Блять, уже нападение идет, блин, несанкционированное. Ну все, ГГ, блядь, армии-то нету, ГГ.
Как обычно, в жопу выебали. Беру ауру, беру ауру, беру ауру. Беру ауру. Беру ауру. Беру ауру. Беру ауру вместо Кайла, да, я еблан. Беру ауру вместо Кайла. Это не, это не компа, блять, это не мультиплеер. Это не мультиплеер. Говори, глупец. Откуда они вообще пришли? Они высадились на картах, что ли? Говори, глупец. На картах высадились. Никто не смеет ауру мне беру. Приказывать. Ауру беру. Фростморн жаждет крови. Во славу плечи. Вообще, конечно, дурак, что взял ауру. Всегда койл качают. Типа там стройка завершена. Что здоровье, ну такая. Ну что еще? Склоняюсь перед вашим ауру. Полегче. Фростморн жаждет крови. Я жажду служить. Ой. Полный вперед! Чего желает мой нужна? Блять, еще у меня на нем жгули нужны. Чего желает мой повелитель? Никто. Ну опять, ну просто, ну еблан, опять пошел просто зафидил армию, просто зафидил армию ради чего? Просто ну что еще? Просто вот так. Так-то лучше. Просто так. Легче. Во славу плети. Говори, глупец. Наконец-то. Фростморн жаждет крови. Никто не смеет мне приказывать. Опа, опа. Что это тут у нас? Наконец-то. Такое? Говори, это глупец. У нас тут какая-то скрытая вот карта? Так-то тут, лучше. Да, никто не смеет мне приказывать. Ой-ой-ой, нашел скрытую ну, карту, чат. Фростморн, наконец-то. Вот так-то лучше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я заставлю тебя страдать. Блять, павук какой-то, полегче. Блядь. Ходи. Ты узнаешь, что такое боль. Полегче. Ходи, павук. Жаждет крови. Ну что еще? Да фокуса ты шибучи хиллеров. Я фокушу их, я фокушу. Я фокушу их, все нормально. Все под контролем. Вот так-то лучше. Наконец-то. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Ну что еще? Во славу плети. Я их фокушу, все под контролем. Говори, глупец. Не думай, что я дурачок. Все нормально. Что полегче. Сделано, никто не смеет мне приказывать перед вашей волей. Сюда поставим чисто для варп, как варп. Нельзя. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Понял. Полный вперед. Ну что еще? Полегче. Фростморн жаждет крови. Уничтожитель сараев. Я койлы бахаю, блять, хилов. Но вот из-за того, что я взял койл, блять, не тот, мне сейчас будет тяжело. Я, конечно, еблан, что я ауру взял, но мне нужно передвижение быстрое. Мне нужно быстрое передвижение, блин. Очень быстрое. So fast передвижение нужно. So fast, so fast. Так, гаргульи, сфинксы, ледяные змеи, блин. А, кстати, тут эти сфинксы-то вроде их нету. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Ну что чего еще? Желает, полегче. Хорошо. Никто не смеет мне приказывать. Стройка завершена. Исполню сразу. Стройка завершена. Свершится предначертанное. Да. Никто не смеет мне приказывать. Ваш ход. Ну что еще? Полегче. Говори, меня. Глупец. Говори, глупец. Ну что еще? Наконец-то. Вы звали меня, чат? Наконец-то. Никто не так, ну, пара могильщиков есть, теперь нужно построить полегче. Этих... теперь нужно построить некромантов, короче, говори, и все нормально глупец. Будет. Сучики, бомберони, памбани, бабони будет. Тут лагерь, вот эти третьих, да? Ну, что там? Уничтожите три магических сейфа, соберите три лунных кристалла. Ого! Ну, можно высадиться, бам-бам-бим-бим, забрать и все. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то! Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Ну что еще? Таверки делаем, чтобы сейчас не заражено. Легче. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Говори, глупец. Вот нападение будет лучше. Вообще, нет? Никто не смеет мне приказывать. Во славу плети. Ну что еще? Склоняюсь перед вашей волей. Ну что еще?
Говори, глупец. Чуваки, высадимся туда просто внутрь, бам-бам, и заберем их. Наконец-то Фростморн жаждет крови. Ой-ой, пошло, блядь. Вовремя поставил карту. Наконец-то. Пошел дефенс. Не смей, блядь. Героя убейте, только не карты, блядь. Трогайте кого хотите, только не карту. Хорошо, блядь, на парашу. На парашу, блядь. На парашу, Сильвана, леди Ветров. Просто на парашу. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Сука! Говори, глупец. Постражка завершена. Жить нельзя. Ваша воля исполнится. Ебать, какая ж ты мразота, а, Сильвана? Да ты знала, блядь. Да свершится предначертанное. Нельзя сотворить, да, здесь. Это просто, блядь, сверхсиськи. Блядь, какие же ваша сиськи неприятные. Просто неприятные сиськи, блядь. Наконец-то. Остальные 100 маны у всех труженого. Говори, глупец. Ну что еще? Вот так-то лучше. Наконец-то. Чего желает мой повелитель? Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Скелеты маги. Нужна защита. Ну что еще? Во славу плети. Вот так-то лучше. Никто не смеет мне приказывать. Ой. Полегче. Склоняюсь перед вашей волей. Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Говори, глупец. Говори, глупец. Полегче. Ну что еще? А с какой стороны? Сюда будет сверху нападать, как я понимаю, да? Вот так-то лучше. Очередной, наконец-то, блядь. Очередной говноуровень с нападениями никто бесконечными. Никто не смеет мне приказывать. Фрост. Почему вообще Сильвана, почему завершена, она умирает, она воскрешается? Это как аж с лором связано? Нормально. Говори, глупец. Жизнь за Нерзула. Полегче. Сколько там голды осталось? Бля, 9 ну тысяч осталось. Еще? Ну, попыток никто парочка не будет. Смеет парочка. Ну что? Да блять! Во славу плети! Во имя Руба. Сюда иди. Говори, карта, блядь. Воевать будем честно. Постройка завершена. Никто не смеет. Воевать будем честно, карта, иди сюда. Полегче. Наконец-то. Фростморн жаждет крови. Ну что ты, где карта? Куда улетела? Никто не смеет мне приказывать. Ну где что еще? Моя во славу плети. Говори, глупец. Я жажду служить. Да, полегче. Повелитель. Наконец-то. Чего желаю? Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Вот так-то лучше. Ну что еще? Ты меня пугаешь? Говори, глупец. Исследование завершено. Говори, глупец. Хорошо, блядь. Некромантов можно брать. Еще можно теперь нужна пара жмуровозок, типа, и все нормально будет. Пара жмуровозок, и все будет окей. Просто буквально пара жмуровозок нужна. Жизнь за Нерзула. Просто пара жмуровозок, ждем Сливану ебаную сверху, и все. Фростморн жаждет крови. Ждем Сливану вот отсюда, трахаем Сливану и идем на восток. Полегче. Идем на восточную атаку. Тьма зовет меня. Говори, глупец. Наконец-то. Никто не смеет мне приказывать. Постройка вот завершена. Бля, я так думаю, какое ну же я еблан, еще? Что я не взял кое. Полегче. Ну что еще? Что вообще? Что мой мозг поработило, постройка, что я не взял кое? Никто не смеет. Исследование завершено. Говори, глупец. Какова воля тени? Полегче. Ну что еще? Склоняюсь перед ты вашей волей. Ты меня пугаешь. Повышенные силы атаки магических гаргулей. Тьма зовет меня. Не помню, что за час. Никто не смеет мне приказывать. Блядь, что сделать? Говори, глупец. Полегче. Ну что еще? Говори, глупец. Постройка завершена. Никто не смеет тьма мне приказывать. Меня. Ну что еще? Полегче. Вот хорошо. Так-то лучше. Говори, а, ну и левел, слышите, левел не идет, то есть в этом, на этом уровне Койл больше не прокачать. Фростморн жаждет крови. Это проблема. Никто не смеет мне приказывать. Большая говори, проблема. Глупец. Очень большая проблема. Это прям супер проблема. Какова воля тени?
Не понял. Жду приказаний. Мертвые ждут меня. Где прольется моя кровь? Блять, карта идет, карта нападает, блять. Ну смотри, 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 блять. Ты смотри. Иди нахуй. Ну что еще? Наконец-то. Полегче. Да я ваш рот ебал. Горгульи, блять. Не-не-не, пусть лучше зиккураты убивают, чем моих юнитов. Не-не-не-не, блядь. Ну что еще? Полегче. Не-не-не-не. Вот так-то лучше. Так не прокатит. Так не прокатит, дружок. Никто не прокатит. Мне приказывать. Еще жмуровозка нужна, собираем трупаки. Можно даже с такой армией уже ехать. Наконец-то. Если честно. Честно, с такой армией можно ехать. Спокойно вообще. Золото. Нужно больше золота. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Никто не смеет мне приказывать. Склоняюсь перед вашей волей. Говори, глупец. Нужны они вообще? Вообще не нужны. Тьма зовет. Ну меня, что еще? Полегче, тебе. Полегче. Так, жмуровозка когда будет готова? Все, в принципе, можно ехать. Сейвимся прям тут. Крови. На всякий случай, мало ли. Никто не смеет мне приказывать. Полный вперед! Чувак! Let's go! Ты меня пугаешь? Let's go! И одного чуда, одного чудика берем с собой, чтобы застроиться сразу. Полный вперед! Тьма зовет меня. Какова воля? Два некроманта на деф оставим, мало ли пригодятся. Мертвые ждут. Постройка завершена. Ты меня пугаешь? Понял? Полный вперед! Мертвые служат тебе. Сейчас выгрузили все карты, короче, что делаем дальше? Никто не смеет мне приказывать. Дальше делаем что? Выгружаем трупаки? Выгружаем трупаки. Загружаем скелетов, блядь. Блядь, живые наступают! Ну ладно, тут все нормально. Ну что еще? Говори, глупец. Жду приказа. Блядь. Нормально там все. Живые наступают? Похуй. Во славу плети. Говори, глупец. Ты не трогай! Ну что еще? Глубок, блядь. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Живые наступают. Полегче. Говори, глупец. Я жажду. Никто не смеет. Живых больше нету, отлично. Ну что еще? Живых больше нету. Какая жалость для живых. Никто живых не больше смеет нет. Мне приказывать. Найс, минус карту. Говори, глупец. Смотри, бегут, бегут, блядь. Вы чё, ёбнутые? Алло. Принадлежит мне. Никто не смеет мне приказывать. Ебать. Ну реально, этот, блядь, ну сложность какая-то неадекватная. Такого не может быть. Такого не может быть, что вот так юниты себя вели, блядь. Вот настолько неадекватно. Смотри, они как добивают таргет на. Во славу плети. Вот так-то лучше. Ну что еще? Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Мертвые служат. Полегче. Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Так, рудник есть, да, найс. Хорошо, блядь. Ну что еще? Склоняюсь перед вами. Полегче. Ну что еще? Эльфийская башня неба. Хорошо, блядь. Никто лунный не кристалл. Мне приказывать. Сюда лунный кристалл. Говори, глупец. Этот лунный кристалл — часть ключа трех лун. Ты должен найти еще два таких кристалла, чтобы открыть эльфийские врата. Ого. Еще чё, блядь? Еще? Говори, глупец. Ты еще узнаешь, чё должен сделать? Я пролился моя кровь. Полегче. Говори, глупец. Еще чё должен сделать, блядь? Ну расскажете еще? Ли? Ага, тут портал засейвлен. Никто ну ладно, это изи. Никто не смеет мне приказывать. Это изи, чат. Полегче. Хорошо. Нужно больше золота. Никто не смеет мне приказывать. Постройка куда завершена. Этот портал интересно ведет теперь? Жду очень приказаний. Интересно. Очень интересно это, куда это он ведет?
хочу, а? Ну что еще? Ты меня пугаешь? Говори, глупец. Склоняюсь перед вашей волей. Дела не ждут. Никто не смеет мне приказывать. Живые наступают. Блять, живые наступают, блять. Мертвые служат тебе. Факинг живые, блять, снова наступают. Мертвые ждут. Уроды, блять. Живые уроды, блять. У меня сейчас пиздарики, блять, будут. Вот так-то лучше. Полегче. Чего? Ну что еще? Сейчас всю базу мне расхуярят просто, да и все. И все, в чем проблема. Такова воля тени. Интересно. Я ебал вас, блять, ваших всех эльфов ебал, поняли? Говори, глупец. Чего? Я же выступаю. Никто не смеет мне приказывать. Чего желает мой победитель? Жду приказаний. Полегче. Наконец-то. Где прольется моя кровь? Постройка завершена. Чего желает мой победитель? Говори, глупец. Во славу плети! Ну что еще? Склоняюсь перед вашей волей. И тут надо этих, получается, чупакабриков оставлять, да, и здесь нужно оставлять. Пипец. Ну ладно, тут на самом деле три некроманта хватит, а не скелетиков спамят достаточно. Скелетиков спамят достаточно, блять. Никто не смеет мне приказывать. Так, тут еще надо две карты, да? Где прольется моя кровь? Две карты надо, блять. Берем еще две карты, тут надо зиккуратами расстроить. Куда это вообще ведет? Мертвые служат тебе. Куда ведет этот портал для начала? Постройка. О, да? А, ну недалеко. А, вот она, позорная база. И тут рудник есть, хорошо. Сейчас ворвемся, захватим рудничок. Рудничок не будет лишним. Чат, рудничок лишним не будет, окей? Я жажду служить. Это честно, чтобы время выиграть. Если грязюка пойдет. Никто не смеет мне приказывать. Ну что, на раз, два, три зайдем? Склоняюсь перед вашей волей. Жизнь больше. Раз, два, три, поехали, летс го, блять. Ну что еще? Живу. Да хранит меня тьма. На парашу. Блять, не засейвил еще и алканавта этого сраного. Блять, живые наступают снова. Ну ладно, тут уже некуда. Ну что еще? Вот наступает. Так-то лучше. Постройка завершена. Говори, сраные. Постройка завершена. Говори, завершена. Я жажду служить. Полегче. Чего? Там пусть 4 будет, никто этих сейчас переведем сюда. Полегче. Ну что еще? Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Где прольется моя кровь? Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Полегче. Чего желаешь? Нас напали. Никто не смеет мне приказывать. Постройка завершена. Ну что еще? Тут еще вот тут карты стоят, блять, портал. Говори, глупец. Наконец-то. Чего? Ты меня пугаешь? Ну что я еще? Я жажду служить. Легче. Склоняюсь перед вашей волей. Да, никто не смеет мне приказывать. Говори, главное, глупец. Чтобы в портал я сейчас прикол не вышел, не убил жмураловки. Полегче. Ну что еще? Говори, тьма, глупец. Никто не смеет мне мертвые приказывать. Ждут. Да иду. Никто жизнь не смеет мне приказывать. Полегче. Хорошо. Ну что еще? Тут Лас надо дочистить весь этот мусор. Говори, здесь. Глупец. Полегче. Фростморн парашу, жаждет крови. Говори, глупец. Целитель позорный. Никто не смеет. Целитель позорный, блин. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Чего желает мой исполню с радостью.
Какова воля теней? Ну что еще? Говори. Знаете, что сделаем, короче? Сейчас вот этих челов просто перевезем вот сюда. Потому что... Потому что это, потому что здесь осталось 2000, 2000 это мало, а новых делать я точно не буду. Никто не смеет мне приказывать. Не прольется моя кровь. Ну что еще? Полегче. Ну что еще? Во славу плети. Жду мои приказания. Это на Дэви стоял. Глупец. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Живые наступают. Блять, живые наступают, блять. Мертвые служат тебе. Ёбаные живые, сука. Какова воля тени? Некроманты сейчас затащат. Некроманты и таверки затащат, нормально. Скелетики просто время выигрывают. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Ну что еще? Наконец-то. Я жажду служить. Постройка завершена. В принципе, мы даже на эту базу можем даже в теории здесь забить. Нет? Или не можем? Посмотреть для начала, куда ведет этот портал. Говори, глупец. Посмотреть, куда ведет этот портал. Мертвые ждут. Интересно. Одного варда с собой возьму. Полегче. Это ведет вот сюда, да? Можно сразу, можно, в принципе, сразу сюда напасть и ключ забрать, нет? Можно? Блять, да, можно, почему нет? Вообще никого... А, Сливана ебаная. Ну что понятно. Еще? Ну ничего страшного. Никто не смеет мне приказывать. Блять, заебали призывать мертвые карты. Мертвые служат тебе. Че, может ворвемся на характере, а? Говори, о, блять. В характере врываемся, че терпеть-то? Че парашников-то ну, терпеть, let's go. Здорово, мужичи, блин. Ну что еще? Просто ворву сейчас, ёбнутый все. Фростморн, блять! Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Чё терпеть? Мертвые служат тебе. Что, блядь, терпеть еще? На нас напали. Полегче. Во славу, блядь. Здорово всем. Никто не смеет мне приказывать. Бля, еще карты идут, блядь. Ну что-то многовато уже противников. Многовато, может, ну, может бэкнуться, а? Привет, Кукич. Сзади а можешь дать, блядь. Встречаюсь с девушкой 5 лет. Прихожу никто сегодня домой, а она играет за Альянс. Как мне быть? Блядь, ну все, слышите, бэкаюсь. Опять проебал всех в юнитов, блин. Вот так-то лучше. Че делать? Что еще? Всех юнитов проебал, найс. Полегче. Ладно, захожу обратно, захожу обратно. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Во славу плети. Блять. Что, что происходит? Говори, глупец. Полегче. Что происходит? Почему? Никто не смеет мне приказывать. Ой, бля, ой, бля, ой, блять. Воля денег. Да хранит меня. Говори, глупец. Наконец-то. Ну что еще? Че, сдох, что ли, блять? Глупец. Мертвые ждут. Да хватит! Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Никто не смеет мне приказать. Блять, еще живые ебаные, блять, вокруг. Да заебали все уже. Ну что еще? Тебе. Вот так-то лучше. Постройка завершена. Мертвые. Во имя короля мертвых. Блять, живые ебаные. Факинг живые. Уже никого не осталось. Ну что еще? Наконец-то. Бля, ебаные живые, а? Уроды, блять. Ладно, тут останутся, сейчас еще дефнуть надо. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. А чё я парюсь ну, вообще? Еще? Наконец-то. А, нет, ну не во славу плети. А это куда ведёт? Говори, глупец. Ой. Фростморн. Блин, ну понятно. Два портала, короче, куда нам надо как раз. Никто не смеет мне но армии у меня нет. Блять, еще тут ничего не прокачано, блин. Ну чё, скелетики слабые такие.
Жмуровозки нужны? Такова нет. Воля тени. Некромантов просто эту херовую тучу делаем и все. И пару жмуровозок, ладно. Полегче. Вот так. Блять! Наконец! Живые опять наступают. Говори, глупец. Ёбаные живые. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Ну что еще? Ёбаные живые плети. Просто, а. Вот ну, она сейчас по таверку подгоним, фрикил будет. Хотя смысла от этого вообще. Крови. Тут вообще никакого смысла нету. Во славу плети. Они же сюда все равно атаковать не будут, это атаковать не будут. Они меня, они атакуют исключительно мою основную базу. Надо бэкаться, блять, на базу. Фак. Говори, глупец. Жду приказа. Там уебаны уже подъезжают на своих парашках. Сливаны, блять. Ну все, сейчас опять базу, блять, перебьют. Ну что еще? Ты меня пугаешь? Блять, какая же душка. Это, блять, не в Харстоун играть. Такова воля. Это чат не в Харстоун вам играть. Да храни людей. Тьма забила. Интересно. Ой, нахуй, блять, сливана ебаная, позорная, а. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Мертвые ждут. Как же они заебали душить. Мертвые служат тебе. Самое что интересное, говори, что они купец, в тупую рашат только одну базу. Говори, они просто купец, по скриптам тупую рашат одну базу. Никто. Знаете, они даже не плюнут. Бичи. Так, а что нам надо, блять? Все, зиккуратов нет, ничего нету. Кайф. Дефаться нечем. Кайф! Мёртвые, ну что еще? Тебе. Жду приказаний. Говори, глупец. Я жду ваш ход. Полегче. Дела не жду. Исследование завершено. Жизнь Занетсуна. Да свершится предначертанное. Сюда надо трипл поставить, там живые сюда наступают сверху. Да, повелитель. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Вот так-то лучше. Ну что еще? Да куда нападать? Нельзя нападать. Ждать next атаки надо. Хотя там героя нету, может реально можно напасть. Кстати, ладно, может нападу сейчас. Сейчас передислоцируемся, синюю базу разъебем. Я думаю, что надо просто алынить. Говори, просто алыним. Фул алын. Просто фул алын. Заебало терпеть. Просто фул алын, выгружаемся и все. Жмуровозки набрали карт. Я во имя Наруто. Во имя Наруто. Все, сейчас вот этой всей армады выгружаемся к синеньким и ебем синеньких. Мертвые ждут. Во имя короля мертвых. Чмуровозку забыл одну, блядь. Чего? Полный вперед! Никто не смеет мне приказывать. Склоняюсь перед вашей волей. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Ну что еще? Наконец-то! Ну что еще? Какова воля тени? Полегче! Все, let's go! Сохранялка и let's go! Мертвые ждут. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Говори, мертвые глупец. Мертвые служат тебе. Блять, живые ёбаные опять. Ну только не жмуровозку, блять. Только не жмуровозку, только не жмуровозку, только не жмуровозку, блять. Ой, я ваш рот ебал, я ваш рот ебал, просто я ваш рот ебал, блять. Как же я ваш рот ебал. Ну я ваш рот ебал просто, знали? Ну что еще? Вот так-то лучше. Так, загружаемся. Стройка завершена. Загружаемся. Завершена. Let's go, блять. Полегче. Let's go. Let's go, блять. Алыним нам. Алыним, блять. Просто фул алын. Блять, уже всех некромантов перебили, блять. Да сука! Пауки ебаные еще в паутину не берут карты, блядь. Ну что еще? Никто не смеет. Параш, параш. Там по тебе и место. Все, блядь, уничтожаю. Какова воля тени. Говори, глупец. Сравниваем, так сказать, с небом. С землей, блядь. Мертвые служат тебе. Жмуровозки опять убили, ну заебали!
Твари, блядь! Ёбаные! Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Жду приказаний. Да храни меня тьма. Не, какая же конченая игра, это пиздец. Какая же конченая игра, это просто пиздец. Но это не слова ну, меня писать, еще? Как я ненавижу. Говори, нахуй, она близовская, такая же, как Харстоун. Только завершил интересно. Такова воля тени. Никто не смеет мне приказывать. Короче, вот эту хуйню ломаю ради ключа, блять, и все, заебал мне этот квест уже. Говори, глупец. Параш, никто чел. Не смеет мне приказывать. Полегче. Картинок нанять чуть-чуть. Ну что еще? Ну что еще? Парашники бегают, отникают карты. Мертвые следы. Никто не смеет мне приказывать. Там же надо уничтожить три лунных кристалла. Найс. Твоя душа принадлежит мне и не надейся на душу. Че я, блядь, парюсь вообще, реально? Сейчас давай просто вот так сделаем наш. И все. Уходим. Говори, глупец. Уходим, мужчин. Во славу плети. Остался ластов. Во славу плети. Мертвые ждут. Бля, кстати! А чё я сразу не додумался, знаете, что сделать? Никто не смеет мне приказывать. Знаете, чё я сразу не додумался легче. Сделать? А чё бы этих взрывников не нанять, сюда высадить, бам-бам, ну и забрать ключ? Ещё? Наконец-то. А чё бы так не сделать? Говори, глупец. Блять, а чё я такой тупой? Да иду. Реально. Угу. Никто бать, не тупой. Смеет мне приказывать. Какова воля тени. А чё сразу так не додумался, блять? Жду приказаний во имя короля мёртвых. Че я сразу так не додумался? Смотри, карта, блять. Меня. Привет. Чё меня? Привет. Ну что ещё? Ну привет. Полный вперёд. Чё взрываем? Куда идём? Что? Выступаем, да? Чё? А, да! А, да, блядь! Ну, понятно. Я не знал этого. Вот так-то лучше. С детства в Варкрафте не знал этого. Ну что, вздрогнем? Уже идем. В смысле, а что нельзя-то, блин? Чего-чего-чего? Подрывная бригада, неподходящая цель. Ах вы, суки, конченые. Ну что, вздрогнем? Выступаем. Вот это нормально, да, чат? Уже говори, глупец. Мертвые ждут. Ну что еще? Никто ладно, не смеет мне приказывать. Меня. Полегче. Ничего страшного, блин, бывает. Пусть дефуют тогда. Чего? Ну что еще? Жду. Пусть дефуют тогда. Жмуровозки еще сделаем. Здорово. Чего минируем? Ну будем честны, за альянс было бы прикольнее играть только из-за пушкарей. Типа, андеды вообще какие-то не очень. Ну, я андеды всегда не люблю. Говори, глупец. Самые любимые расы вообще орки. Никто не смеет мне приказывать. Орки и альянс были нормальные, потому что у них шкари есть. Ну что еще? Замедляющие бабы. Вообще имбовые. Куда? Что опять? Выступай! Никто не смеет мне приказывать. Ты меня пугаешь? Чё минируем? Вот это по мне! Чё взрываем? Так, значит, мы выгружаемся, и прямо здесь эта карта, да? То есть мы можем пробить здесь деревья и прямо на агрессии зайти. Здорово! Ага. Интересненько. Так, а я тогда знаю, что делать, лол. Я знаю тогда, что делать. А, ну мы же не можем туда телепортировать. Блять, вообще никак не можем получать. Только если вот тут нанять. Но я уже здесь их нанял, чё, не сголда. Чего? Куда? Чего минируем? Чат нахуй наносит. Чего, чего, о, чего? Ты меня пугаешь? Чего, чего, чего? Говори, глупец. Здорово! Легче. Никто не смеет мне приказывать. Наличие рядом покупателя. Интересно, нужен герой или нет? Ну что по-моему, еще? Любой моб подходит. Чего? А, да. Прикольно. Блять! Ну ладно, тогда сейчас заранее просто зачистим, телепортируемся, вот эти деревья вырубаем. Просто алыним сюда, и квест сделан, окей? Исследование такой. Завершено. Живые наступают. Блять, живые опять уебищные наступают, позорные. Ну ладно, тут они зафидят. Они... Ты меня пугаешь? Они зафидят. Пару зикуратов убить, но ничего страшного.
живые наступают. А, да? Не понял. Ага, вот сюда надо. Полегче. Тьма зовет меня. Ну что еще? Целебное зелье. Так, ломаю деревья. Ах вы мрази, а! На параж ходи. На нас напали. Чё взрываем? Куда идём? Тьма зовёт меня. Да! Владение я тьма. Заебало. Указаний. Никто не смеет мне приказывать. Напали. Говори, глупец. Полегче. Ну что еще? Ну что еще? Полегче. Говори, глупец. Приступай. Никто не смеет мне приказывать. Ломаем карту. Хорошо, минуты карты. Все, чат, можно врываться, в принципе, окей? Вот так-то лучше. На нас напали. Да отъебись от меня, блядь. Чел. Ну ладно, жмуровозку продаем. Продаем жмуровозку. Продаем жмуровозку и вот сюда вот так заезжаем, бим-бим. И бам-бам, блядь, устраиваем вот здесь, окей? А, смотри, смотри, сколько там мобов, блядь. Мертвые служат тебе. Что такое-то? Какова воля тени? Ты что такое-то? Жду приказаний. Так, жмуровозки у меня накачаны, нет? Жмуровозки накачаны, отлично. Мертвые ждут. Чего? Полный вперед! Выгружаем сюда. Нужны павучихи, да, нужны. Ну что еще? Ты меня пугаешь! Ну что еще? Никто не смеет мне жду приказывать. Во славу плети! Паучихи нужны. Ты меня пугаешь? Можно гулей взять, потому что ласт файт. Просто для мяса. Полный вперед! Полегче! Мертвые служат тебе. Говори, глупец. Просто для мяса чат берем. Ну что еще? Фу, quick save. Говори, глупец. Меня. Эти чисто на постсейве. Так, короче, жмуровозки. Выкачиваем трупы по старой стратегии. Скелетиков направляем вниз, сами идем с труповозками сюда и убиваем, ну и ключ еще? Забираем, окей? Окей. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Какова воля тени? Мертвые ждут. Никто не смеет мне приказывать. Выгружаем карты. Мертвые служат тебе. Все карты выгружаем, поехали. Меня. Ну что еще? Воля тени. Выгрузка пошла. Говори, глупец. Let's go. Наконец-то. Легче же тебе. Жмуровозка, блядь, жмуровозка, блядь! Завершено. Стойте тут, жмуровозка. Ёпта мохнатка, а. Меня тут не ёбнут, что ну что еще? Бля, меня сейчас тут ёбнут, походу, слышишь? Меня тут ждали. Меня ждали, кто-то инфу слил, блядь. Чего? Блядь, меня ёбнули здесь! Да сколько тут народу-то? Меня ёбнули, меня ёбнули. ГГ проебал. Меня ёбнули, блядь. Ну, это как понимать? Ну что ещё? Наконец-то! Это как понимать? И тут жмуровозку убили. Да я ваш рот ебал. Грязный, позорный. Никто не смеет мне приказать. Короче, алын нахуй, заебало. Говори, заебало глупец, терпеть. Живые наступают. Просто алын, блядь. Ну что еще? Парашивает. Алын в парашниках. Говори, глупец. Алын. За короля мертвых. Иди там, блядь. Полегче. Я жду. Да, ну что еще? Я выпью их. Никто не смеет мне приказывать.
Вот так-то лучше. Ты узнаешь, что такое боль. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Я заставлю. Хорошо. Вот так-то лучше. Хорошо, блядь. Третий кристалл. Нам удалось собрать ключ трех лун. Во славу, блядь. Бля, потные кесты пошли. Ну Зандета хуёво играть, у них нормальных юнитов нет. Пушкарей не создашь, блядь. Не победишься. В смысле? Ну, каким вратам еще привести, блядь, Артаса? А, это еще не конец, значит, да? А, да. Блядь! Говори, глупец. Мертвые служат тебе. Такова воля тени. Ну что еще? Наконец-то! Интересно. Погружаюсь. Наконец-то. Вам полетит. Говори, глупец. Какова воля тени? Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Так, а чё мне к этим воротам-то вести? И чё делать, блин? И чё делать? Куда? Чё? Кого? Кого? Тьма зовёт меня. Могу прозвёт им территорию, сколько там людей. Мне кажется, там немного народу. На эти лагеря вообще поебать. Чего? Ты меня пугаешь? Мёртвые ждут. Чего-чего-чего? Понял. Полный вперёд. А, да. Ну тут никого нету. Let's go, let's go, let's go, let's go. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Ой, нормально, нарубов. Говори, глупец. Так же муравовские карты собирают пока. Бля, ну надо вообще выгрузиться бы как-нибудь за один раз. Было бы круто выгрузиться всем за один раз. Получится это или нет? Надо точно одну же муравозку брать, только за счет трупов. И остальных некромантов. Мертвых. Ты меня пугаешь? Нормально, должно хватить сейчас. Should be enough. Should be enough, окей? Жду приказаний. Полный вперед! Вот сюда выгружаем где-нибудь в лесок. Блин, антиэйр карта стоит. Ничего страшного, чё? Проблема какая-то, что ли? Что, вообще не проблема. Вообще же не проблема, ж, правильно? Выгружаем трупы, скелетиков спамим и выходим отсюда. Ты меня пугаешь? Мертвые ждут. Let's go. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Мертвые служат. Говори, let's go. Фростморн жаждет крови. Жмуровозка, бля, поехала. Ну что еще? Полегче. Просто Артеса скинь на дирижабле в круг, и миссию пройдешь. Да я вот думаю, что туда надо пройти, типа, вот так вот. Бим-бим, блядь. Наконец-то. Это было нормально. Ну, на самом деле, не очень сложно. Ворота открыты. Как только мы разделаемся с Сильваной, эльфийские земли будут нашими. Да я и сам уже додумался, я уже бежал героем туда. Что же нужно, чтобы остановить вас? Сейчас пойду в туалет, Бербы. Эта женщина начинает действовать мне на нервы.
всех! Я понял. Пусть ему все. Так а чё про некромантов? Так и есть, типа, реально.